Какого хуя оно по умолчанию не поставило тот, который работает? Так, слушай. Эй, чат! Эй, йоу! Это злой? Пишет звука, нет. Так, ку-ку, ку-ку. Так, громче, громче. Ребят, это максимум. Сейчас в ОБС надо будет рыться. А, да, можно усиление, кстати. Да, вообще, вообще жесть. Так, ребят, сейчас, секундочку. Не, подожди, лучше звук не трогай, пусть Рома сделает звук. Ну, потому что, типа, он его расстраивает. Ну, да, там усиление. Новый имидж, ребята, блядь. Минус 0.5, короче, приходится, ну, не знаю, либо линзы надевать, либо, блядь, вот. Йоу. Ребят, чтобы вы понимали, Камико так ездил, еще и нихуя не видел. Да. Артур Картман рассказывает, говорит, в Одессу туда-назад два раза, типа, возил их, блядь, нихуя не видел. Ром, говорят громче. Да. Ой-ой-ой-ой-ой, резюка. А как сделать громче? Я могу, типа, вот здесь вот усиление, да. Смотри, вот здесь вот. Не-не, ты зайди вот справа внизу, звук, и там по-любому он не на 100. А, да-да-да, настройки. Вот, настройки, где звук внизу. Здесь вот? Да, он по-любому не на 100. Правая кнопка, открыть микшер. Или параметры, параметры звука. Справа выбери панель управления звука, вон справа. Видишь, вот эта хуйня, да. Да, есть. Лучший, блядь. Вон, открывай этот, запись. Звуки. Запись. Звуки, по-моему, нет, запись. А, да. Вот, и микрофон. Вот этот. Раз. Не, вон, походу, верхний, да? Верхний, слышишь? Не, USB, первый. Первый самый. Так. Свойства? Не-не, вот смотри, зайди, я знаю куда, зайди, закрой. Вот свойства, видишь вот это свойство устройства? Я вот тут. И на 75 поставил. Так это то же самое, что он бы сейчас зашел туда. Да, ну так проще. Да. Ну. Все, так должно быть, заебись. Раз. Проверочка, ребят, проверочка. Раз. Нормально? Нормально, норм. Раз, я. Твой друг. Окей. Так, а Рома вставку, блядь, никакую. Вот ты, блядь, в прошлый раз ты помнишь, красиво было? Будто встроено было. Охуенно. Вот серьезно. Ой-ой-ой, это что? Это мороженое? Это пригодится. Этого, по сути, не будет хватать, если что. Я говорю, я когда перец хавал, я... Так, ребята, Рома постоянно просит перед началом, когда какие-то шоу проводит, чтобы вы не выкладывали на YouTube, не резали, потому что он будет сам выкладывать на YouTube, да? Не, короче, так. Эту штуку я не буду выкладывать на YouTube. Так что режьте, да? Сейчас, я предупрежу, не, нихуя не режьте. Какой okay. YouTube? Окей. Ну, я думал, типа, YouTube-канал вести, знаешь, что-то по нему всякой. Ну, типа, передумал что-то. Я на свой залил, блядь, там дохуя дизлайков было, потому что, типа, не тот контент, который они хотят. Сейчас, секунду. Так, я все принес. Это разоблачение, бля. Ну, давай. Да, Ром, можно на меня. Варя, все норм? Да, все норм. Что они такие маленькие? Ну, такая, да, ребята, какая-то хуйня, слышишь, блядь, забей. Ром, ты бы знал, что у нас вчера было. Мы, короче, сидим, вот то, что я тебе написал. Прикинь, 6:30 утра, я смотрю на него, он смотрит на меня, мы такие сидим и так вот, знаешь, типа, Simple что-то там рассказывает, и камера такой говорит, Вадь, я говорю, да, нам в 1:30, ну да, я, кстати, я такой, блядь, ебать, да. Я просто, я в таком ахуе был, это пиздец. Я такой говорю, Камик, может нам плохо? А Камик такой говорит, нет, нам хорошо. Не, я встал 11:30 без будильника вообще. Мне, кстати, тоже нормально встал. Ну, мне еще маму, в принципе, мне надо было маму провожать, поэтому я бы и так бы, типа, встал. Ребят, свой попозже приедет, да? Ну, знаешь, как я специально встал? Я специально встал, короче, в 12, чтобы, типа, вот этот час, ну, который, типа, знаешь, чтобы я за него хотя бы уже что-то сделал, типа, когда я, ну, потому что это был вообще пиздец. Так, все, делаю анонс. Ку, долбоебы. В смысле, долбоебы, ты че, блядь? Так, кто там смеется, ребят, модераторы, блядь, как у меня на канале. Просто пермачами все хуярьте и все, блядь. Просто кто смеется, блядь? Так, модераторы, работаем. Все, пошли пермачи. Разогревочная пошла, блядь, чатик собрались, блядь, летаем. Вадим, что ты, блядь? Смотри, что творится, блядь. А чё? Модераторы, блядь. Сука, я сюда своих модераторов принесу, блядь. Они всех пермачами перехуяли. Короче, запустили стрим, будем пробовать самые острые орешки. Но перед этим вот эту всякую хуйню, короче, залетайте по свайпу. Дебила. Это я зря сделал, да? Да, сейчас зря. Пошёл, да. Да и свайп, мне кажется, нахуй вообще не нужен. Ну, типа, им никто не нужен? Свайп, мне кажется, никто не пользуется. Люди увидели, что стрим есть, они типа... А, да? Свайп все равно, да. Свайп настолько уебанский, ты делаешь свайп, и тебе открывает...
сука, с Инстаграма, с... браузер, блядь. Не, не с Инстаграма, у меня открывает Safari, блядь. Без рофла. Ну, вообще, а кстати, потом Safari, короче, ты нажимаешь, да, должен открыть приложение, и тогда Twitch приложение. Вообще было бы охуенно, если бы ты делаешь свайп, и тебе открывает приложение Twitch. Вот это пиздата. Чадик Ван Вал. Так, вот я думаю... Прям пиздец плывет, нахуй, ебаный в рот. За полгода так посадить, короче, это твое время. Время? Да, за полгода. А вот эти мафии, понял, полгода, вот мы по 13 часов. Ну подожди, часов. У тебя минус 0,5, поэтому тебе, да. Ну... Ну вот 3 ну, метра, 3 например, метра. У Кати Бустера. Да. У Кати Бустера минус 7. Ой, что? Она без очков сидит? Не, она операцию делала. Она делала операцию? Жесть. Минус 7, жесть. Да. Что с бровями? Бровей, блядь, а у Бустера сколько? Не видно. Хуй знает. Брови минус уже 5, отросли, по-моему, ребят. Тоже. У него, ну... Там, ребят, после операции там месяц нельзя гаджетами пользоваться, типа мониторы втыкать. Типа надо полностью... Я помню, там, что у Бустера где-то минус 5, мы с ним когда разговаривали. Так, секунду, обновлю это кино. Чё, здорово, ёбки? Вторник не нужен? Вторник нет. Я нихуя не вижу. Что мне сдал на 2? Ребят, уебищий разлом, как всегда, опаздывает. Не-не-не, он написал, сказал, что он опоздает, типа, он позже поедет. Крысы... Чё? Тут-тут-тут-тут. Короче, знаете, что я захотел? Мы вчера настолько охуенно играли в UFC, что я хочу провести стрим по турниру UFC-шному. В реале. Только ребятами из Киева. Блять, я, короче... А так у нас умеет играть. Типа, там проблема в том, что там, типа, задришь и все, и ты умеешь играть. Бля. Там Илюха вообще разрывает. Бля, просто. Короче, просто если вы вчера вот с нами были, да? Вы бы, бля, там такой контент, типа, слушай, контент да, был, да, блядь. Да причем тут, Вадим, ну вчера такие душевные посиделки были, что вообще, не, ну так да, лайк вчера, вообще бля, такой. Бля, вчера так охуенно было, это просто пиздец. Да. Я еще типа хуй его знаю. Да, ребят, вчера так охуенно было, меня, правда, не позвали, блядь. А... Нет, да я типа хуй его знаю, если честно, меня типа позвали. Я никогда никого не зову, типа. Меня вообще, знаешь, как... Сегодня стрим будет? Да, я, короче, валялся в ванной, мне просто, блядь, все пишут нахуй, мы за тобой едем, я такой, типа, бля, окей, типа, едьте. Чё, с чего начнем? Я не знаю, с чего начнем. А, короче, тут все хуйня, кроме орешков. Ну, а это перец с какой? Какой? Да. Тут я добавил весь перец. Не, ну там острый, сильный. А, там, не знаю, чили писалось. Чили это еще. Тот, который ты ел на стриме, Вадим? Нет, это вряд ли такой. Не такой? Жестче, да? Блять, у нас вообще нихуя. Я сегодня 5 супермаркетов обошел, я хотел лапшу купить, знаешь, может, такую корейскую, типа. Да-да-да. Она прикольная. А это что, тоже острое что-то? А не, это знаешь, такая хуйня с васаби, она... Да, это васаби. Это хуйня. Это такая. Закуски к пиву. Да. Короче, мы просто, походу, похавали. Да, ты так похаваешь, пиздец. Короче. С чего начнем? Короче, смотри, для сравнения, сколько в Табаско? Вы же знаете, что в сковелях измеряется острота? Нет, не в знаю. В чем? Сковели. Давай для чата, представительно. Так, чат. У нас, острота. Короче, есть куча всякой ебалы, которую Рома собрал по всему Киеву, заказал с России, с Москвы, вот. А, только эту штуку. Пицца, ну ладно, и вторая не приехала, чипсы не приехали, да? Да, чипсы не приехали. Думаю. Вот, мы будем пробовать и будем, так сказать, от 1 до 10, наверное, оценивать, да? Это правильно будет. Нахуй оценивать? Ну, да. Вот смотри, не, давай так, я думаю, у каждого свой какой-то болевой порог, и ты будешь оценивать, вот сколько ты бы оценил с 1 до 10, вот каждую штуку, не? Давай. И, наверное, надо запивать молоком, чтобы, типа, как, знаешь, как суши есть, сушей, это злого слова, суши есть, берешь имбирь, который я брал на стрим. Имбирь, бля, я до сих пор помню этот твой ебучий имбирь, блядь. Бля, ну, я серьезно, я первый раз услышал о таком имбире. Короче, имбирь, чтобы попробовать новый вкус, да. Спасибо за сабдипл. Смотрите, короче, для сравнения, там чел написал, я ему поверю, конечно же, блядь, в красном и зеленом перце 500 сковелей. Не может Коли. Быть такого. Ну, написал чел. Ничего себе. А может, ты пиздешь. Короче, что за хуйня? 500? В этом вроде 5000. Ты понимаешь, что если перца 500 сковелей, а там 12 миллионов, то мы умрем. Типа вот просто. Так вот на язычок будем? Типа как тё... Да, а вот я не знаю, мы можем, блядь, тебе на язычок реально. В Табаско 5к, да. Подожди. А там же как-то это все равно должно... Не, оно как-то замещается. Оно как-то по-разному все равно.
Короче, самое главное, что в самом остром орешке, блядь, 13 миллионов. А Каролина Риппер, блядь, я не нашел Каролину Чего? Риппер. Чего? Вот в этом? Да, в последнем, типа, в нижнем. Ебать. Если что, мы все были у гастроэнтеролога, блядь, у нас все нормально. У него лучше всех. У него лучше, блядь, всех. Вместе взятых, да. Да. Где этот мем? Еху! Дома не повторять на всякий случай. У нас в соседней комнате сидит врач. Врач, да. На всякий случай. Но... Это без рофа, ребят. Девочка. Да не, ну без рофа сидит врач на всякий случай. Такая приходит, короче, в чулках таких. Знаешь, и кушетка такая. Ну, короче, врач для меня только сидит там. И делает в рот в рот. Врач сидит, короче, только для меня. Да. Бля, давайте начнем с пиццы, бля. Она, честно, выглядит стрёмно. Она называется Диабло. Давай начнем с пиццы, давай колу. Давай похаваем, да. Не, ну смотри, тут, блядь, лук. Позавтракаем. Короче, хочешь, я расскажу про Камика вчера еще одну хуйню? Да, давай. Ну, тебе бы не пришлось рассказывать, если бы меня позвали, конечно. Последняя хуйня про Камика, которая вчера была. Мы просто так охуели, это просто пиздец. Мы сидим, играем в UFC на диване. Камик говорит, все хорошо. Да, все хорошо. Через минуту Камик такой спит. Да, спит, я спит, позаснул. Спит. Я такой его бужу, я говорю, родной, соем. Он такой встает, виски берет. Бля! Я держу. Он как будто перезагрузился, такой, он берет из вас стакан с виски, такой, и попил. Типа, знаешь, как будто все, пацаны, я готов, бля. Там 3 минуты чел поспал, и все, бля, просто обновился нахуй. Не, я люблю пить с Камиком, потому что столько охуенных историй узнаешь. Как будто человеку лет, блядь, он выпил, и как будто ему лет 3000 нахуй стало моментально, блядь. И он там начинает рассказывать, блядь, да я там с Лениным тусил. Слушай, а у тебя что, плохой интернет? Чего у тебя битрейт 6000? Чего ты 8 не поставишь? Потому что... Так нет же уже 8 битрейт. 8 вообще изи тянет. Не, не трогай, не трогай. Я тебе объясню, 8000 это для партнеров, у меня нет партнерки. А-а-а, ё-моё. Блин. Тебе вайтрап, ты знаешь, да, да инструкции как это? Надо это. Да, не, все нормально, я просто не хочу партнерку. Ага, я понял. Соглы, я тоже не хочу. Нет, не забирайте имя. Так, ну шо? Что, мы будем что-то пробовать? Ну шо, надо. Да, как? Давайте пиццу попробуем. Называется Диабло, блядь. Короче, пицца это самое лайтовое, да, что есть? Угу. Мне кажется, киевский крыс, киевский. Не, самое лайтовое это, наверное, вот эта хуйня, потому что... Не берете, блядь. Короче, ребят, знаете, если в компании кто-то опаздывает, типа Звова, вот, его наливают, ногами. Ну, и когда люди пьют, наливают полный кувшин, вот. Так, короче, мы возьмем просто все вместе и положим его в рот. Чел с гастритом, блядь. Навалим его. У него нет гастрита, он шутит. Да, шутит. Но если бы у него был гастрит, мы бы не позвали его есть острое. Да не, у Звова не будет есть острое. Нахуй, он сразу снулся. Да я его так позвал, для разбавки обстановки. Дядь, да. Печет, пиздец. Ёбнешься. Такое. Я не могу это просто есть. Ну вот есть чуть-чуть, да? Чуть-чуть такого. Ничего вообще нет. А мне, смотри, вот ты кушаешь, вот покушай, пережуй, и ты начнешь чувствовать какое-то покалывание. Покалывание это в суставах у дяди. Два чела написал одинаковый текст, блядь. Камик хуйло капнул на диван. Все. Не, не на диван, да, бля, ребят, перчик слетел. Перчик слетел. А салфеток? Ну тоже должны понимать, как бы возраст. Не. Я короче взял перчатки, чтобы мы же будем эти орешки пальцами брать и чтобы потом глаза не потереть случайно. Пальцами. Рома, ебать! Мы две обезьяны ебаные, пошли руки мыть. Бля. Бля, да. Все. Ебать, руки не пришли ковидные, блядь. Вася, там Каролина Риппер в орешках. Я так не нашел, короче, их с доставкой надо за. Честно, хуйня вообще не острая. Нахуя называть свою пиццу Диабло, если это, блядь, хуябло какая-то, нахуй. Тут. Где тут-то, блин? Так, главное не есть корку, слышишь? Потому что я ее руками трогал. Ну такое, лайтовенько. Видели, они опять пошли в туалет и меня даже не позвали. А ты что, блядь, руки нахуй? Ну, давай, короче.
Рома хочет double penetration. Нет. Чем улыбается? Что у тебя есть, чем у тебя можно запивать, кроме молока? У меня все есть. Что тебе надо? Сок. Я хочу. Газировка. Смотри, дай мне. Обычная вода. А, ты хочешь этот сверху его? О, да, кстати. Это жесткий, да? Да, ну, это табаско, да. Можно на крылышко. Да, на крылышко. А, да, давай, давай. А чем можно запивать, если что? Что тебе принести? Ебать, так вот томатный сок, я ебал тебя в рот. Газировка, этот, обычная вода. Что-то принести? Да не, не, вот, вот есть, да, томатный сок, Вадим, еще мне налей. Короче, васаби, 5000 скобелей. Я эту хуйню с пюре попробовал скушать, она была, ну, такая нормальная. Ой, мне тоже. Вот крылышки KFC, они, знаешь, они такие в меру острые, ну, они вкусные. Крылышки KFC это чисто, чтобы посрать. Потом дрисинг. Они, да, не, вот я не знаю, у них послевкусие такое жесткое. Почему они пишут фу, томатный сок? А чё, томатный сок это вкусно, ребят. Без шуток. Блядь, спицей. Попробуйте когда-то спицей, это очень вкусно. Томатный сок с солью? Это, да. Блядь, это настолько да. Охуенно. Это соли? Соли, блядь. Бля, я помню, тоже не понимал, короче, у меня взрослые там что-то... Я не помню, то ли в самолете давали, то ли просто кушали, типа, я такой, фу, томатный сок, блядь. Я потом вошел в вкус, знаешь, да. Посолить, поперчить. Не, бабка, это детский сад. Да, а ну, так, пробую. Ну, типа, я ел как-то шаурму, которая была норм. Ну, типа, знаешь, прям норм. Я ее когда, короче, до середины наел, я уже понял, что я жить не хочу. Ну, в плане, осуждаю, я имею в виду это, ну. Да, ребят, табаско, ну, типа, слабенькое, слабенькое. Ну, то есть, это даже не так, чтобы, знаете, вот, открыть рот, и ты не мог дышать, вот что-то типа того. Нет, это просто, да, вот покалывание чуть побольше, нежели от простой пиццы. Есть табаско посильнее, но я взял самый острый вроде из тех, кто был там. Ты смотрел? Не, я уверен, что нет. А салфеток нету, да? Я рандомно взял, брайша принесу. Ой, Вадим, не начинается? Я прям с пальцев облизал. Бля, я огнедышащий дракон. Тема заключается в том, что я не представляю, что будет, когда мы будем есть именно орешки. Вадим, ты много этот взял? Да. Я могу ложку съесть табаско. Мне уже хорошо. Я в 6 лет ел борщ острый с дедом нахуй. Обострит. Не, сейчас войду. Бля. Все. Запил нормально. Не, хуйня. А я, кстати, кто пробовал вообще орешки этим? Короче, ребята, не с этим дедом. Я принесу дедом бумагу. Да. Вот так много не надо. Дяки случай. Стали. Ебать, Рома красава. Позвал нас в твой стрим, чтобы накормить, блядь. Да. Просто идеально. Короче, знаете, что в этой упаковке есть такой огромный нахуй орешек. Его будет кушать Вадим. Какой? Ну, последний. Он просто, знаешь, все такие крайний, типа обычные, а он огромный, блядь, вот такой. Рома, ты табаско не пробовал, да? Я на крылышке себе взял. Ну, оно такое, знаешь, типа. Хуйня. Да. Вот эта хуйня тоже, типа, острая, блядь, она стоит дороже всех. Вот, да есть, ладно. Закуска к пиву. Ну, говоря, чел, типа, блядь, это табаско. Оно пишется. Я знаешь, ем каждый день от эту хуйню. Да, это... Нет, это лайк. Дай мне тоже. Далеко. О, ебать, мы чисто, короче, решили потрапезничать. Да. Бля, я сегодня 5 супермаркетов обошел в поисках лапши. Лапши? Угу. Не нашел, блядь. После табаско, знаешь, вообще ничего не чувствуется. А ты смотрел, как Габар кушал орешки? Орешки кушал? Да. Ну, там какой-то турик у них был. Это от кого колбаса? Как она называется? Кабаносы. Типа. Да. Да, там Red 21, да их, ну, их многие пробовали. Все живы. Я вот не понимаю, зачем мороженое? Что-то будет, да?
Мороженое очень жестко сейвит. А, да? Я просто не знаю, какое чувство будет, типа, но... Типа, я помню, сколько я перцев ел? 4 или 5? Каких? А, этих? Да. Вот, короче, четвертый перец... Да-да-да. Его было сложно жевать, я помню. Да, вот четвертый, я помню. Четвертый сложно жевать его было. И отходило все где-то минут 30. Ебать. То есть, прикинь, ты выпиваешь молоко, проходит секунда одна. И дальше, перец, да? Рот горит, да. О, кстати, у нас же есть перец. Не, ну я бы еще 4 ебал. Не, мы, у нас дегустация, а не сама этот. Че, пиш? А молоко для чего нужно? Как думаешь, камень острое, что ли? Пошутил, пошутил. Пермач, пожалуйста, пропишите уёбище, бля. Пермачик, пошути, шутнику, бля. Посмотрим, как ты пошутишь сейчас. Что там с память, блядь? Друзья. Я не успеваю прочитать. Друзья. Да не, они так спамят нахуй, что я не могу прочитать. Із цієї хвилини чат Романа переходить до українців. До українців, блядь. Mm-hmm. Давайте це доведемо, да, до цього часу, може українці зі. Короче, я так вам скажу. Я так скажу, от потім. Пошли, блядь. Посмотри на меня. Короче, я реально начал потеть. Я реально спотел. Ну, типа. А чего? Ну, жарко, ну, типа, из-за того, что. Как оно называется? Ну, температура. Не-не-не. На улице жарко. Блядь. Да, вот пошутил, сейчас они, блядь. Закоронят нахуй. Не. Ребят, начал потеть из-за того, что, ну вот, табаско, я не знаю, ну, типа, я пока что из всего ничего жестче не пробовал. Вот. И оно прям начало. А в жизни, ну, пробовал? Давай. Что-то самое острое в жизни пробовал. Я не знаю даже. Я шаурму пробовал вот эту вот. Она, а была. Чем она была? Типа чем жесткая, да? Она же. Короче, с перцем максимум. Там был перец и соус. Концентрат. Да, и там, короче, чтобы ты понимал, рофл заключался в том, что ты абсолютно не чувствуешь, что ты жрёшь. Ты типа хаваешь... Он так смешно сказал, что ты жрёшь. Ты типа хаваешь, был и такой, типа, что происходит, почему мне больно? Типа, знаешь, типа, ты хаваешь, такой, типа, зачем? Зачем я это делаю? Блядь, что съела эта курица в своей жизни? Киквейт. А нахуй не вспомнит этот бултрейл, блядь? Че, попробуем перец? Говорят, Габара отвезли в больницу после 13 миллионов скорби. Не-не-не. Может, наберем Габару? Он наебал. Может, когда будем орешки хавать, наберем Габару? А как? Там один орешек. Там один орешек? Там их 5. 5 уровней. Ой-ой-ой, жестко. Жестко. Мы, кстати, вообще могли поставить какой-то челлендж по поводу орешков. Потому что мы орешки друг за другом, если будем есть, мы будем реально охуеть. Мы могли, например, порог онлайна поставить. А типа как? Типа, ну, следующий орешек едим через, да, сайт онлайн? Типа, да. Ну, я, конечно, понимаю, что это, ну, типа, не совсем, но... Мне просто, кажется, ну, типа... Нет, я тебе просто говорю, что мы, типа, охуеем, если мы будем друг за дружкой хавать. Нет, друг за дружкой не будем, пизду. 100 фолловеров? По одному. Нет. Так, что берем? Что? Перец, перец, перец. Короче, давайте... Первые орешки едим на 15к. Он не наберется. С чего ты? Да нет. Сейчас чатик разлетится, ой. Чатик, 15к. Мы едим первые орешки на 15 тысяч. Пойдет? 15к будет. Да будет. Да они сейчас соберут. Вообще изи, да. Если они соберут, в смысле? Ты понимаешь, что как минимум сейчас еще рано. Да. Ой, блядь, злой такой пиздобол. Что? О, кстати, Тёма написал. Это значит, что Руинфарм. Это самый сильный табаско, остальные слабее. А, ну. Я же говорил, я убирал. Ну такой, да. Ну меня прям начало. Ну, чё это, пишешь сейчас, 15? Нахуй ты наёбываешь, блядь, я вижу, нахуй один. Ботов зовите. Я залил сторис в инсту. Что мы тут? Да блядь, типа в инсте там. Не, мне, конечно, хорошая активность, мне очень нравится моя активность, но. Мне инста не такая, как там у бустера, что типа, там привал жесткий идет. Как вы помирились с Наташей? Ну, просто я ей в рот дал и все. Там все решилось. А потом она ему в рот дала, я видел, блядь. Да и чё, я не против. Так, ну что, давайте перец. Знаешь, что она вчера сделала? Что? Короче, такой вот нахуй на нее злой. Это просто пиздец. Так, кто пришел? Да, ты не слышал. А, ну ладно, я сейчас дождусь. Вы хотите знать, что вчера Наташа сделала? На стриме своем? Нет, блядь. 8 утра. У меня какой-то 3-стрим вчера был, блядь. Ой, блядь, это, короче, пиздец. Что вы понимали, я приехал домой. Никого нет, меня наебали.
Так звонил кто-то? Не, никто не звонил. Слышишь, Ром? Короче, я приехал домой, сходил в душ, ложусь спать. И Наташа спит. 8 часов. Короче, у меня звонок. Я ничего не понимаю вообще. Смотрю, мне эта паскуда ебаная звонит в Телеграме. И знаешь, что она делает? Короче, это максимальная тварь. Я, короче, беру трубку. И знаешь, что она додумывает? Она... Нет, чел. Это настолько тварь, что она включает камеру, и у меня включается громкий режим. И она говорит: «Ваня!» Я в 8 утра, я такой просто... Ебать, а я думаю... А он спросонья, понял? То есть даже не засыпал? Ну, типа, я считает. Поспал там, типа, минут 5-10, знаешь? Я про... Ебать, я так охуел просто. Я думаю, ебать, ты тварь, я убью нахуй просто. Ой, осуждаю. Я имею в виду, типа, это... Я так GTA охуел 5, просто, это пиздец. Ваня! Все, меня отпустило уже табаско. Да, 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 мы заливали кабину, блин. Не, меня вообще не взяло, но если по остроте, то, ну... Ну ты мало взял, я прям, нормально. Налей мне на крылышко, сколько ты взял. Давай. Ну, вот это нормально будет. Да. Это нормально будет сейчас. Нет, да нормально будет, ну типа. Я просто хочу крылышко. Генсмор плюс реп. Ебать, вы что, охуели? Бля, у меня чат такой переобувочный, это просто пизда. Меня, короче, Генсуха только пришла на стрим, ее все хуесосят. Просто пиздец. Ебать, сейчас нахуй рассказал историю перед Генсуха плюс реп. А, ну хотя нет, подожди, это ж твой чат, да? Да. Значит, у тебя любят тут Генсуху? Чат, вы любите Генсуху? Чат, вы любите Генсуху? Возьми там очки на столе и надень их, сейчас увидишь. А можно я очко возьму твое и надену? Сейчас увидишь. Это очки вот справа, видишь, от стола лежат. Это очки косплей на... Я вчера на Хэллоуин делал косплей на Генсуху. Вот эти очки. Надень их вместо своих сейчас и посмотри в чат. Прикольно. Надень и посмотри. И что? Смотри в чат сейчас. Уёбище пишут. Уёбище! Правильно, уёбище. Смотри, снял? Дай мне, Вадим. Дай, посмотрю. Смотри, красавчик, красава. А, кстати, да. Ну, такие же, как у Наташи. Смотри, теперь Камик. Камик, там сейчас обращение к тебе пойдет. Ко мне? Ага. Бля, нихуя не вижу. Да. Чат, да, блядь, а у тебя модеры могут, кстати, писать название стрима, чтобы байтило? Да. Модеры, вы можете изменять название? Давайте, типа, 15 тысяч мы пробуем первые орешки. Бля, я вот очень хочу. Я просто, если честно, я немного переживаю. Ну, такой. Я немного переживаю по поводу того, что я не понимаю даже, как каково это будет. Короче, там такая тема, там их надо... засунуть в рот и 15 секунд жевать, а потом только глотаешь. Ой-ой-ой. Жестко. Ну давай... я, чтобы не спиздеть, я один вчера попробовал. Блять, мы лежим с Дашей, 4 утра, нахуй, я не могу уснуть. Я говорю, смотрю, говорю: «Даш, не хочешь первый орешек с первого уровня?» А не хотел просто вареник закусить и лезть спать? Да, блять, это уже после было. Она такая: «Давай». Ты орешек ебанул и потом пизденка вот так языком. Это знаешь, как называется? Поцелуй дракона, бля. Ты знаешь, это называется Диабло, бля. Это как, знаешь, в пабликах в мемы пишут, типа, возьмите, короче, зубной пастой, намажьте член и, типа, и делайте парню миньет. Или, блядь, на яйца. Вадим, это пизда. Это пизда. И челики реально девушки говорят такую хуйню, или девушки так пробуют, и пизда. Ты понимаешь, это как кликбейт, типа, блядь, а вам слабо. Ну, то есть, думают, что это реально приятно, короче, пробуют, а потом хуесосят паблик. Говорят: «Вы чё, короче, вот, там, так это на ночь так хоть не думаю, почему не поставлю». Я забыл эту тему сказать на речике, я же предупреждал, что если я говорю, что нельзя вырезать, то вы не можете вырезать. А если можно, то можете. Смотрите, вы можете вырезать этот стрим, заливать себе на канал и ставить там рекламу, все, что хотите, но в ссылках должен быть мой Телеграм, Твич и Инстаграм.
Так, мне кажется, все делают. Нет, нихуя. На ютубе? Некоторые даже твич не добавляют. Не, у меня все нарезчики, которые мне делают, они все вставляют в самом верху. Ну, блядь, их очень много, типа, челов, а многие не вставляют, набирают по 100 тысяч. Просто понимаешь, чел наберет 100 тысяч, типа, блядь, это охуенный трафик, набирай себе, блядь, ради бога, продавай рекламу, ну, вставь мои ссылки. А все уебки, которые смотрят, блядь, этот, нарезки, блядь, вниз спустились, в Телеграм нажали, блядь, Инстаграм нажали. Уебки, короче. Уёбки, потому что они на стриме красавчики, блядь. Нет, так не все же могут посмотреть стрим. Бля, я чувствую, конечно, скоро будем хавать. Конечно, не все, только красавчики могут. Чё, давай, может, перец возьму? Да, давай. Я готов. Давай. Давай, как раз перец, и потом сразу. Давай, стоп. Нам... Да не, он... А ты мыл его? Да, конечно. Видишь, он плавает. Красный жестче, чем... Я не ебу. Честно, это единственный, который был, блядь, в супермаркете. Я их 5 обошел. Этот самый, блядь, грозный выглядел. Ну, да. Как нам их есть? Ну, слушай, маленькие такие, они вообще ядреные, ебанутые. Ну, а вот я, блядь, заказывал, бери, там были нарисованы маленькие. Бери в середине, где много зерен. Типа... Там косточек, куча, кстати. Ну, косточки это самые ядреные. Да? Это то, что надо есть, да? Да. Че, на Цуефа? Кто проиграл, тот вот этот? Давай, тот первый, давай. Давай я вот этот. Первые ножницы. Ну, ладно. Вадим сразу, короче, пошел в бой. У меня может вырасти, мне кажется, эта хуйня даже. Наверное, такая много. Бля, он не острый. Не, чел, это сладкий, ты ровнешь? Дядь, писалось чили. Не, он не сладкий, но он, блядь, вообще не острый. Подожди, подожди, начинается, не? Не, подожди. Сколько ждать? Я разжевал. Сладкий его. Чили. Ладно, давай зеленый теперь. Пишется чили, блядь. Единственный перец, который там был. Пиздец просто. Бля... Охуеть, мы тут... Просто не... сладенький, сладенького взял, короче. Нет, да нихуя не сладенький, там писалось, блядь, чили. Не, ну понятно, но я имею в виду, что вот такой вот чили, который сладенький. Там где-то. Просто... Нас заеб. Ну и хуйня. Знаешь, не, вообще, кажется, ребят. Камик улетит с орешком, мне кажется. Думаешь? Что еще раз? Что, я думаю, что ты улетишь с орешков. Да, я тоже могу. Да, мне тоже так кажется. А знаешь почему? Я вот сижу, блядь, сижу без рофла. Вот смотри. Смотри, я весь мокрый. У меня просто... Ребят, те брови, которые успели отрасти, блядь, все мокрые. Я просто, я без рофла. Ну, не так, а ты я просто начал. Усы, вот, блядь, вот. Все, я потею, да. Чувствуешь табаско до сих пор? Не, табаско уже все отошло. Серьезно. Но я, ну, типа, нормально его взял, это, ну, так, начало печь, знаете, и я как чувствую, надо начало... Было? А? Как? Короче, мы неправильно сделали как минимум. Надо было в перец табаско заменять. Мы добавили в еду, это раз. А второе, надо было просто взять ложки, и чтобы все понимали одинаковое ощущение. Мы бы все понимали и говорили, ну, это норм, там, это не норм, это не норм. Ну, я могу принести ложку для табаско. Ну, смотри, смотри. Чайные или столовые? Вот эти KFC-крылышки, они тоже ядреные. Они где-то вот половина, где-то процентов 75 от табаско. Вот а, реально после такой послевкусие вот прям жжет. Нас чат наебывает, говорит, все 15к. Да мы, блядь, видим, что тут 13. Мы видим 13, блядь, алло. 13, да. Где кольцо? Нахуй это прочитал, блядь. Дома. Че вы алокаете, блядь, 13300, блядь. Надо еще по чатикам полетать, ребят. Разлетелись. Бля, нам надо... Че, мы на 15 первый пробуем? Надо, да. А как мы дальше будем? Бля, 15 это уже очень дохуя. Ну, блядь. Че, ложки? Давай ложки. Вот сейчас, кстати, мы сравним табаско максимально. Сука, только не щекоти нахуй, я тебя сейчас вырублю, блядь. Если меня будешь щекотать. А, ты чё, блядь? Это чё? Сука. Он мне хотел щекотать, блядь. Я хотел тебя покормить. Асу. Дай очки. Ой, блядь, скелетоны нам. Дай очки сниму. Всё? Готов? Готов, брат? Только не щекоти. Хорошо. Обещаешь? Камень из руки. Чё вы делаете? Чё вы делаете? Сука, там косточки, блядь. Аккуратно, там, блядь, животик видно. А это Вадим. Ладно. Чуть в рот не дал, блядь. Да, косточек.
Ром, ну, сори. Ром. Даша, вы... Сейчас, давай его покупим. Ром, иди сюда. Не-не-не. Ты такой крысюк, пиздец, на крысу напал. Блядь, посмотри на свою кофту белую. Еб, ты уебан! Блядь, серьезно? Тим, ебаный в рот, блядь. Блядь, побороли. Сука, у нас косточки. Так, блядь, нахуй, давайте, разъехались. На, блядь, сейчас сяду на косточку, блядь. Фу. Я как будто, блядь, это... О, давай. О, это чё? Это табаско будем, да? Просто на ложку и ебашить, да? О, вот это пойдет. Давай. Ну, давай тут. Налить. Сейчас, кстати, будет нормально. Сейчас вообще пиздец будет, да? Мне тоже так кажется. Говорит, это что, блядь, это ложка? 15к не пиздите, 13. Ребят, как Нео говорил, ложки на самом деле нет. Блядь. Такой он уёбок, пришел, блядь, перец раскидал нахуй. Ложку, блядь. Соль, блядь. Ой, на почти ровно. Я срезал кусок. Ой, сюда, туда прям. Ну я тебе буду слышать. Не, ребят, я еще чуть пахнул. Не, уже говорил. Я действительно нет. Так, давайте, давайте я вам. Посмотри, как я нормально глядел, а посмотри, как это. Так, давай. Столько? Больше? Я не знаю, я спрашиваю. Ну, главное, это же главное всем одинаково, чтобы все типа понимали. Давай. Ой. Они видят хотя бы? Да. Там ничего нет? Сейчас там видно? Фуловую пишут. Человек. Не, фуловую это слишком жестко будет, да. Понимаете, что нам через, типа, грубо говоря, минут 10 блядь, там нет, нам блядь, хавать эти. Бля, короче, да. Короче, вы поняли. Рома, что у тебя так руки трусят, реально? Блядь, потому что я протянул руку, типа, из... Иди нахуй. Чё? Чокнемся? Бля, такая хуйня. Мне знаешь что, мне его вкус не нравится, он такой, блядь. Фу, насколько он противный. Уксусовый. А, подожди, не глотать, размешать во рту. Так. У него такой вкус, типа... Настолько уебищный вкус, это пиздец. Да, типа, как будто... Я ебал в рот того человека, как будто маска придумал. Как будто уксус. Не, ну слушай, так нормально, знаешь, типа... Тут немного засело. Да. Да, мне жестко. У меня прям. У меня. Я чувствую, короче, у меня начинает лицо печь. Запивали? Не можем. Он такой противный. Он ужасно невкусный. Камик, а как ты орешки будешь хавать? Я не знаю. Нет, сейчас нормально. Все нормально. Но вот я чувствую, печет лицо немного. Это по факту. А где ты уебище, блядь, в чате пишет? Дайте Пэквилл, дай перемач злому, пока не приедет. А он пишет в чате? Да, пишет, меня ждут, блядь, аха-ха-ха-ха. Не, ну подожди. Сколько прошло времени? Ты можешь мне сказать, у тебя есть лейкопластырь? Попроси Дашу лейкопластырь, пожалуйста, мне только что чуть-чуть табаско попало на рану, чел. Я сейчас ебнусь нахуй. Иди промой. Дима, сильно красный. Ну, типа краснел. Жестко, чат. Прям знаете, что хочется? Вот сейчас такое ощущение, что типа дайте супер холодную воду, я хочу туда нырнуть этот. С головой просто. А что ты чувствуешь, ну вот? Вот смотри, вот здесь вот печет. Язык, конечно же, печет. И хочется, ну не хочется закрывать рот. Хочется дышать. Нет, я не знаю, если честно, я бы... Не, нормально. Я бы на том месте подумал, есть вообще эта хуйня или нет. Нормально. Ну типа, я все чувствую, нормально все.
Вот, просто горю, где печет. Вот, вот здесь и начинает больше печь. Это, наверное, молоком. Знаешь, тебе когда надо было меня позвать? Когда я болел ковидом и вкуса не чувствовал. Давай, бля, позвучало с ковидом, нахуй. С ковидом? Молоко поможет, да, для языка? Легче будет. Я никогда, вот я чисто хочу сейчас попробовать, потому что я... Помогает, помогает сразу же. Все, чат начал отпускать, все. Помогает сразу же, но потом немножко возвращается. Ну, да. Попробую. Да. Ебать. Реально? Сливки охуенно помогают. Ну, я не знаю, молоко, я знаю. У нас есть мороженое, которое... Теперь мне хочется не в воду, а в молоко, короче, головой занырнуть. Чат, почти 14 тысяч. Чего вы наебываете? Да нихуя не 14. Там, видишь, там было 13 800, уменьшилось. Злой, кстати, мне кажется, в этом плане вообще тёлка. Он ничего не сможет схавать. Так он, нельзя. Нет, так он даже как чел не смог бы. Ну да. Онлайн застыл, ты угораешь. Застыл? Застыл. Фух. И сколько я переболел за 2 недели? Хавайте шарики из васаби, да нихуя, блядь, они типа такие... Да, 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 нихуя полная. После этого уже все, ну типа пофиг, что хавать. У меня прям язык не отходит вообще. Бля, мы, конечно, можем попробовать первую сейчас. Я сейчас, мне интересно пиздец, но давай я... Давай на 14 тысяч первую. Ну давай на 14, похуй. Бля, ебать, пацаны, вы... Бери перчатки. Ебать, пацаны, вы что, не можете нахуй 15 тысяч сделать? Я знаю, что вы можете, блядь. Знаете? Сука, блядь, чат, моментально. Смотрите, блядь, фишка заключается в том, что каждый из вас может делать 15 тысяч. Вам просто главное не выходить сейчас в течение там 5 минут. И все. Просто в течение 5 минут никуда не выходить. Ну, знаешь? Уже. Смотрите. И все. Я еще ебнутый перчатки, блядь, взял. А зачем? А, мы будем брать. Блядь, это что парашу чистить в таких перчатках? Да. Они стоят 54 гривны за упаковку, блядь. Чел, нихуя ты потратился. Сегодня, ебать, самый масштабный стрим в твоей жизни. Камик, ты знаешь, зачем это? Да. Встаньте. Поверните, раздвиньте, блядь. Так, блядь, что там у вас, нахуй? Ага, геморрой. Ну чё, давай. Раскатай, закатай, ребят. Кто там? 9 класс или какой? 10 класс, да? Раскатай, закатай. Все знают. Бля, с кучей историй с этого есть, блядь. Короче, ты знаешь? Слышишь, Ром? Что? Ты знаешь, Вадим, у тебя есть истории со школы, короче, когда вы проходили, короче, вот, как оно называется, проверку, которая в армию, там, призыв, ага. Вот. Так, сейчас Рома показывает. Я расскажу. Ебать, там жесть, походу. Бровер, смотрю, делает проверку. Да. Короче, чат, рассказываю. Рассказываю истории реальные из жизни. Короче, чел приходит... И вот бывает такое, что ты приходишь, и у тебя эрекция, да, и нужно помакать, ну, блядь, он тебе дает специально воду, говорит, на, охладись. 2 случая было. Чел, блядь, туда надо просто, блядь, холодная вода, типа, блядь, ну, типа, неважно, сколько у вас сантиметров, да, как я говорил, типа, в холодной воде у вас всех одинаково. И говорит, на, охладись. Этот долбоёб, блядь, берет и пьет нахуй. Туда макают члены, блядь, а он берет, выпивает, блядь. Выпивает нахуй. Охладить, говорит, нахуй. Это не рофл. Это, блядь, не рофл. Это, блядь, камень, история жизни. Я тебе, а я если тебе там отвечаю. По одному заходят, откуда ты знаешь? Там, блядь, все выстраиваются, блядь. У чела встал, вот серьезно. Он говорит, на, охладись, дает ему водичку. Его надо, блядь, член отпустить, блядь, водичку. И типа, блядь, все устаканить. Он берет, пьет, блядь. Все, 14к. 14к, блядь. Ебать, так, сюда ну, 14. Ну, положи это куда-то. Давай. И вот так вот.
А знаешь, что еще какая-то? На, короче, смотри. А второй чел, вот вспомнил, второй чел, ему дают, говорит, на охладись. Знаешь, что он делает? Он берет вот так вот, два пальца и, блядь, по лбу нахуй. Я клянусь, блядь, ребят, это истории из жизни. Вот две истории было, блядь. Так что, ребят, если что, надо просто помогать, не надо пить и, блядь, и проводить там это. Так, надо со стола лишнего брать, наверное. Пацаны, держите вот это. Как минимум, а вон злой звонил. Все будут макать, блядь. Так. А зачем ты мне это дал? Ну, чтобы брать со стола лишнее. Давай, что еще брать? Вот эту хуйню. Поэтому там была простая вода, поэтому пойдем. Фу. Так, мы сейчас, так, 14 тысяч есть, мы сейчас первый орешек уярим. Это точно первый, снизу? Да. Который? Да. А где ты говорил, есть огромный орешек? Только там много. 14200. Так, там, ребята, там поднажали, орех. Блядь. Помню, там большой орех. Сука, как ураган прошлись, блядь, прошлись. Ну. Тут, блядь, тут грязюка, Рома. 14400 почти. Угу. Давайте, ребят. Дожали до 15к, блядь. Разлетели, в Телеграм написали. Пока выглядит просто как будто соли. О, злой пришел. О, как раз уебище еще пришло. Да, по факту, блядь. А сколько стрима прошло? 47 минут. Ты куда ловишься, уебище, блядь? Так, сначала пусть руки идет моет. Есть? Даша? Даша не заходи на нас. Нет. Вот это они, да? Да, есть, сейчас орешка дадим. Да. Закажи еду, я голоден. Да, блядь, иди нахуй. Я голоден. Возможно, я посру тебя. Блядь, он не сфокусил, сука, он да? Только пришел, да, уже заебал. Короче, ну нормально, ребята. Ну в туалете, блядь, где? Типа орешки как орешки на самом деле. Ты показал, да? Есть, да. Блядь, он завалит ебался. Орешки как орешки. Если честно, не выглядит устрашающе вообще. Ебать, вот настроили нахуй. Васап, помни. Здорово. Васап. А нахуй вам перчатки, вы массаж простаты друг другу делаете? Возьми его в руки, потри глаза. На бурдершафт, вот так вот дрочит. Массаж простаты будет? Да. Я могу присесть? О, а что это? KFC. Это KFC. О, грязюка, можно потратить. Острая хуета или нет? Немного. Скучал? Ну чё, профессор, ебать. А что это за сперма? Руки помой, быстро. У меня чистые. Чем, блядь, чистые? Ты лифт, блядь, кнопку лифта членом нажимал? Уебище, блядь. Давай, пробуем? Завтра на так, хорошо, смотрите. Камик, ты какой? Ты один большой. Он трогал. Что? Вот этот, да, ты уже трогал, убери. А я вот такие, я вот эти два маленьких возьму, ну, типа две половинки. Вы готовы? Да, давай. Чат, вы готовы? 14,5. Это под музыку, нахуй. Отчет 10 секунд, давайте. Пошло. 15 секунд жуем, потом глотаем. Типа. Это чат. Жестче будет, чай. Чем вот эта хуйня. Чат. Да. Это миллион? Я не знаю, сколько там. Сейчас. Так посмотри. А тут просто пишется Каролина Риппер плюс шоколад Хутла Пепперс. Можно поесть. Короче, шоколадный перец, он будет сладким. Это острая хуйня? Будет сладким. Ну, это острые крылышки из KFC. Очень, да? Я не, они не острые. Чат, ну что это за счет? Это пиздец. А можно макнуть в мороженое? Да. Вадим, привет, как дела? Да. О, злой, слышишь, на кухне там мороженое стоит, типа. Злой, не. Прям на посчитай столе. От 10 до 0. 0, минус 1, минус 2. Как считать? 10, 9, 8, и мы на 0 хаваем. Ну, и что? Ну, считай, долбоёб. Бля, чел. Ты забыл, как считать? 10, 9, ну посчитай, а мы на 0 хаваем. 10, ты не хочешь орешек по 1? Он самый слабый. Нет, 8, 7, 6, 5, 5. 4, 3, 2, 1. Давай! Фастом, в ротик. Ну. Ебать острая хуйня, вот эти крылышки. Как ты крылышал так? Ну, он сладкий. Я вообще не ел ничего. У тебя есть борщ? Нихуя нет. Можно готовить. Готовим. Привет, чат. Бля, да что, бля, казацкая развага, нахуй, блядь, с беконом. Казацкая развага? Бля, и какое оно острое, пиздец. Ты задержка, блядь. В смысле, какая задержка? В жизни. Я что, не вижу, но... блядь, камеру, что ли?
описывайте. Он сладкий, короче, когда ты жрёшь, он сладкий. Вот короче, сейчас табаско начинает... жёстче, чем эта хуйня. Ну, сейчас начинает вот вставлять, Вадим. Да. Жди, жди, жди. Сейчас начинает. Вот, начинает разгоняться. Печёт? Да. Да, на, попробуй. Да, вот сейчас начинает разгонять немного этот лоб. Такой, знаешь, да. Типа этот... Есть жжение, да. Жар такой. Ой, блядь, как печёт эта хуйня, пиздец. Как вы её жрёте? Ты вот эту попробуй. Говоришь? Да. Попробуй. Не язва, если я откисну. Половину. Да не будет ничего, нет. Да не будет ничего. Это, просто желудок через очко вывалится, ничего не будет, блядь. Это как, слышишь? Но жёстче всего было, это чеснок перец. Вот на играх Хабара. Можно кушать. Чеснок на играх Хабара, ребят, вот то количество, это пиздец было. На мой хуй похоже, кстати. Да, кривой такой, да? Индиан не говорил, кстати, это проверял. Это чистая вешалка, да. О, у меня язык, Ром, язык нормально? Да, ну язык такой, ну... Немного застыл. Язык короче, хочется помочить. Не, на самом деле это типа, это можно... 15-ка. Это можно кушать, типа он не супер. То есть он да. Вкусный, знаете, это вкусная такая сорта, но он такой же... Вот тут остается. Вот кто за красные очки, хорошо. Что это такое? Так, ребят... 17к и злой ест половинку вот эту вот. Злой, надень эти очки и посмотри в чат. И теперь читай чат. Ща. А что должно быть? Чекай чат. А как это так происходит? Сними теперь. Красава. Короче. Странная хуйня этого орешка, то что он очень быстро отпускает. Да. Ну, я думаю, первый уровень он не должен был быть. Ну смотри, я просто, если честно. Тут я вижу уебище, а тут вижу. Мой предикшн, что на третьем мы закончим. Покажи мне. Может быть. Дай посмотрим. Этот можно. То есть этот даже злой бы съел, ему нихуя бы не было. Короче, я хочу пятый, прямо сейчас. Не, злой нет. Ты дурак. Вот этот попробуй, я думаю, тебе хватит. Вот этот, вот. Возьми. Это казацкая развага? Да. 15 нет, секунд это... жуй, да, и все. 15 секунд. Если мне ебало сейчас начнет... Да не начнет. Но начнет. У тебя сейчас, блядь, мне кажется, лоб отвалится нам. Блядь, посмотри на него. Блядь, злой, он кушал табаско с ложки, блядь, вот эту всю. Да. Давай. 15 секунд жуй. 17 онлайна я ем. 16, окей. Зовите друзей, семью, блядь, не знаю. Ебать, друзья, давайте звоните. Чё на похороны приглашают? Пишите в чате крафт мира. Зовите семью, поедим кутю. Кутю я бы въебал. Летят очень сильно ест. Это острее вот этой хуйни? Да. Не, ну такой чуть-чуть. Орешек, ну острее. Ну, блядь, у меня просто вот это пиздец печёт ебало уже. Ну тогда нет, тогда всё не кушай. Нет, я съем. Это будет на твоей совести, сука. Нет, так я же сказал. Я ем. Давай, молоком запьешь, нормально. А сперма есть? Я чисто бы сперму забил. Я, давай. Блядь, пойдем туда, я тебе, блядь, налью нахуй на лицо тепленького. У меня дохуя. Тепленького на лицо. Нихуя, вот это дружба, видите, в любой ситуации даже сперма не жалко. Не, половинка точно хуя, мы съели по полному, ну, типа, по целому, такое, типа. Ну, и оно не должно быть супер острым, мне кажется. Ну, типа, но он сладкий пиздец. Ну типа, хорошо, Ром, а в каких целях вот такие орешки продаются? Ну такие челлендж. Именно для челленджа. Вообще-то есть в мире шоу на самый острый, типа, и там они хуярят это перцы острые. Самый острый. Что хуярят? Острые перцы хуярят кинты, и типа, кто больше схавает, тот и выигрывает. Типа, это шоу. 16к, нету 16к, блядь. Пацаны, 16к будет, я вот это засовываю себе в ванус. Шутка. Бля, знаете, что самое страшное будет потом после этого срать? Потому что мне кажется, типа, по рассказам, что если срёшь после острова чего-то такого супер... Очко печёт? В телегу, блядь, тишься. Ну, посрать телегу. Короче, фишка заключается в том, что, ну, типа... Зовите семью. Я говорю, это prediction. Говорит, зовите семью, 16-ка, ну похуй. Мне похуй, зовите семью. Это prediction. Второй... Что ты за слова используешь по-русски? Это prediction. Что это? Ром, переведи его, блядь. Предсказание. Смотри, предсказание. Второй будет острый. Третий, скорее всего, мы будем нормально сладкий. Запивать. Да, мы будем прям до хрена часто запивать, да. И на третьем, как ты говоришь, мы остановимся. Теперь prediction на зону. Если, первый, смотри, хорошо, Ром, а какие там пороги? Вот если там 1 миллион, то следующий идет 2 миллиона. Тут не, нет, тут не пишется, сколько в первом миллионе. Я думаю, первый 500. А на самом деле, бля, я чем-то запить, такая острая залупа.
Ты вот это вот, давай. Чат, а найдите нам, блядь, кто это, пожалуйста. Найдите. Тём. Тём, ты на стриме, найди нам этот... Кого найти? Ну что, СБУ, что ли, блядь? Кого найти? А где, где я коробку потерял? А где наши орешки, блядь? Я съел. А, они там. Он там, он. Тём, а ты нам можешь с ковиде найти на эту хуйню? Да, на первой сколько тут? Тём, можешь мне сразу... Каролина Риппер... О, смотри, ну первый, второй будет типа простенький плюс, типа. То есть не он... могу понять, что в этом орешке такого, если на нем нихуя даже нету. Ну ты просто пожуй его 15 секунд. И что? Ну возьми, ну, ну блядь, ну попробуй. 15 секунд, давай. В смысле, второй медиум, брат, взять. А это тоже что-то не, острое? Не, да, прежде это не, это просто. Это бёрн. Просто бёрн? Подожди, ты съел орешек? Нет, я просто выпил бёрна. Зовите семью, блядь! Сейчас буду есть вот эту залуп! Смотри, что приобрел. Понял, дай попробовать. А я... Почему оно на пизду похоже? Да, а это называется пусси. Пусси? Пусси. Пусси сам. А что это такое? Что это такое? Это эшки-юдишки на 500 затяжек. Я взял... По факту ты можешь и пососать, и полезать сразу. Да. Смотри, я еще взял. Лучше этой хуни я еще, ну, типа, ничего не пробовал с подов. Мне она очень нравится. Семья тута. Мама, папа, сват, брат. Я смотри, взял. Тебе 15-700 хватит, давай. В смысле? Я что, лох? Я себе заправочки там купил всякие для этой штуки. Да? Смотри, злой, в принципе, ты можешь хавать. Задумайся на секунду, что сейчас, кстати, да, у своих компьютеров и телефонов сидят 15704 человека и ждут, пока ты съешь. Это как твой бар, нахуй! Половина съебалась тут. Слышишь, человек? Нет, это твой бар, блядь. Сколько онлайн у тебя в баре населения? Это откат. 15 тысяч. 15 тысяч, блядь, уже перебило, нахуй. Твой целый стилон на тебя смотрит. А ты уёбище, не можешь засунуть этот сраный орех, блядь. Въебало, 15 секунд пожевать и хлопнуть, нахуй. Я а потом срать, блядь, на унитазе, сука, в час не вставать его. Пошел нахуй! Отсюда, блядь. Или ебашь, нахуй. На тебя целое стело, блядь, смотрит. Целое, блядь, стело смотрит, он, блядь, не может посрать пойти, блядь. А ты хороший учитель был бы, блядь. Я хороший мотиватор, блядь. Почему посрать? Не можешь, блядь, посрать. Я хотел ванну засунуть, а не есть. Ванну засунуть? Давай, я, блядь. Так, злой, становись. Все, злой, хавай. Давай, хавай. Ну просто что с ним делать? Жрать 15 секунд. Знаете, вот так. Жуй. Жуй, ничего не будет. Жуй. Ну сладкий. Да, да. Не надо ждать ничего такого, типа смешного. Просто в этот, поебалу поводи его, все. Ну так... Помешаешься. По-моему, ему пизда не делаю. Все, глотну. Да, блядь! Что? Вот, возьми. На, брат. Не, не, нормально. Это так, первый нормально. Эффект. Подожди, подожди, не трогай. Не трогай пока. Не трогай. Ёбищи, блядь! Не трогай. Говорит... Не, мне похуй. Говорит, да, блядь, Йосеф! Да хуета! Да не, это полная хуйня, вообще не взяла. Хоть он красный ставит. Нихуя не взяла вообще. Да вообще хуйня. Ты же, блядь, забыл, как ударение правильно ставить. Это казацкая развага, блядь. Чисто так под пиво закинул бы. Я даже себе бы на пенис намазал. Вообще хуета. Чат, вы не представляете, что тут происходит. Крылышки 16к, алло, 16. Крылышки поострее. Да, подожди, сейчас минутку, подожди. Нихуя. Да, да, да. Я вещи и посложнее в рот брал. Согласен. Не, ну тут хуйня ж, да? Ты видишь меня? Да, нет, нормально. А в следующий возьмешь там? Да не, если. Ну, дядь, это хуйня, мне даже не пеке, не печет. Бля, дай салфетку. Мне даже не пеке, бля. 16 200 уже. 1000 заехало в твой бар, блядь, там еще. 1200 заехало. Бля, я в нож палец засунул! Да нет, это хуйня. Даже на ПК, блядь. А ты еще с нами будешь брать? Да нихуя, если не. Если не такие слабые, то типа похуй. Вообще похуй, блядь. Они слабые. Хорошо, давай. Да, естественно, тебя очень сильно в пот кинул. Какой пот? Я просто потный. Да не, хуйня, есть все поострее. Блядь, а что в носе так отдает? Я поковырялся в носе? Да не, хуета, типы, блядь. Какая, блядь. А что с ебалом у меня, слышишь? Он забыл, как по-русски разговаривать, блядь. У меня ноздря горит.
У меня рили нос болит. Я знаю. Мне в носу приколы. Носу приколы у него. Бля, можно на... Чат, 17 тысяч, давайте, едим следующий. Ой, бля, да. Ой, ебать. Да не, хуйня, мне курица вот паст. Бля, ну вот следующий, мне кажется... Стоп. А дед, а дай ему одну перчатку. Зачем? Не надо, чтобы ты рукой не трогал. Что не трогал? Орешки. Почему? Ну, потому что... Такой хуйни не было, как ты типа, сейчас... Типа, ты себе нос засунешь либо в глаз, и, ну, типа... Это как перцовка тебе, блядь, будет. А чё ты перцовку ещё не поставил? Тоже с ковелем. Ебальник просто! Кстати, интересный факт. Я помню, когда Габар ел, то последний этот орешек сравнивали что-то типа 5 перцовок, что-то такое. 5 перцовок? Ебать, серьёзно? Последний? Да, но я не знаю, это какое-то глупое сравнение, я что-то не понял, как это работает, блядь. Человек говорит, он салфетку взял, на которой орешки лежали. Не-не-не, чат. Ты что, салфетку взял, на которой орешки? Вот эта салфетка. Ты влюбище, я ее и взял. Точно. Блядь, он... Я в носу, как будто верхнюю салфетку взял. Да. Я в носу, почья, блядь. Там, где лежали вот эти хуйни. Да, у меня нос горит, помоги, блядь, вызови что-нибудь, сука. Там врач в другой комнате. Это ролевые игры какие-то? Я ебал, блядь, с твоими врачами, блядь. Не, серьезно, врач? Да, врач. Здрасте. Не, все нормально, идите нахуй. Нормально, блядь. Он реально, Ром, он верхнюю салфетку взял? Там, где лежали орехи. Ну, да не, говорят, не брал. Видишь, у нас тут врач. Да. Не, нормально, нормально. Злой, типа, Артур. Уже отошло. А я куда-то отложил. Я чувствую, уже отошло. Вадим, вот, смотри, ты как? Там таблетки, да, видишь, да, они от желудка. Да, на всякий случай. То же самое. Это для посудомойки, Йосиф. Не, да, за ней. Все болит, ебал. На. Вижу. А ты думал, что... Подожди, я же не соглашался, есть нихуя. Да. Не, это я себе взял. Типа нам. А ты в зале был? Я в зал завтра заеду. За это, блядь. За это, блядь. На 11. Здравствуйте, это зал? Ладно, давайте 16500 и едим второй. Я иду в зал и буду качаться. Ты видел мое тело? Охуеть можно. Посмотри. Нет, ты че? И шо? Рама. Ебать, сокол, блядь. Вот это, блядь, камик, убери. Ну ты че? Что убери? Это живот. Блядь, если вот думаю, мы просто трусы снимать и сосать. Не услышал, да? Что, не? Давай, короче. Там живот. Вторую. Там живот. А нет, там хуй, блядь, прикинь, стоит, блядь. Брат, а дай по перчатку. Перчатку, блядь. Так, вторая, ребят. А где перчатки еще? Ему тебе сдали. Артур, там... А вон она. Мне не дали нихуя. У тебя упаковка. Вот она. Вот, вот, вот. Это моя? Блядь, ну давай фокус. Первое было вот это вот, да, то, что мы съели. Второе. Блядь, а нормальная еда будет? Там супы, вареники? Да нихуя не ел. Нихуя, вот, блядь, правильно. Короче, там от зеркалка стоит, короче, мы нихрена не увидим. Так, а мы... А, давай, я распечатаю. А ты в две руки надевал перчи? Одну. На одну, зачем ты надевал? Блядь, так почти ебало, пизда. Не, ну типа это изи, я не вижу. Ну типа, есть... Что? Ну типа, я ел поострее хуйни. ПК. Но, типа, это вообще хуета. А чё, перчатка какая-то рандомная, блядь. Как мне есть? Вот так? Это левая есть еще. Я из нее делал самодельную пизду. Я из твоего рота бы такую сделал. Когда Даши не было рядом, да? Да. Да. Да? Нет, блядь, с Дашей. Ой-ой-ой-ой-ой, грязюка. Ну, слушай, на ней побольше. Да, она пострашнее. Блядь, вот третий будет устрашающим. О, слушай, тут как будто на нас поделили. Видишь, один, один, один и злой. Нет, это половинка. Ну, половинка, типа. Две половинки кто-то, да. Не-не-не, мне половинку, я рот ебал. Вот твоя половинка. А чё вы пиццей не поделились? Я тоже бы хотел. Там есть ещё пицца. Чё, 16500 кушаем? Подожди, а можно язычком лизнуть? Вот так. Ну, вот так, можно язычком? Да, оно сладкое, понимаешь? Там сначала сладкое, понимаешь? Оно сладкое сначала. Давай, мы вместе будем есть. Не, идите нахуй, я не передумал. Не-не-не, а! Бля, чел, это хуйня какая-то, нет! Это хуйня какая-то, я тебе говорю! Это какая-то замануха, я тебе говорю, блядь! Бери, Ром. Ром, бери! 16500, да. Нет. 16440. А сейчас будет 16500. Я на вас посмотрю. Чат, мы верим, что будет 16500, давай. Отчет, давайте... Давай, отчет. 15 секунд. С 15 секунд давай. One,
two, three, four, five, six, не досчитали, seven, что будет после 12? Eight, nine, ten, 11, 12, 13, 14, 18, блядь, 15, уёбище, 15, блядь, 15, 16. Всё, погнали? Давай, погнали. Блять, я вот думаю, на язык. Нахуй ты запил главное, сразу! А, нормально, давай, жуй, жуй, блять. О, пиздах, пацанам. Пиздос, блять, ебало сейчас лопнет. Я не. Это жестко. Это жестко, чат. Пацаны, они ебашат орехи. И я с ними тоже, но я рот ебал. Я вот этот орех, блять, не буду есть. Так, все, глотнул. Чат, это сразу. Пизда, кенту. Без рофа, это сразу жестко. Тот был сладенький, этот. ПК? Уебать. Это жесть. Это жесть, ребят. Это пиздец. Не, я, ну, блядь, это пиздец. ПК? Бля, Рома встанет чисто нахуй. О, сопля вылетела. ПК? Тот сладкий был, короче, заживал, блядь, через секунд 30 начинается только реакция. Этот сразу реакция, сразу, моментальная реакция. Ты сразу чувствуешь, блядь, что тебе пизда нахуй будет уже через 5 секунд. Рома, как самочувствие? Хуйня. Ну типа вообще хуйня. Чуть-чуть прошло, знаешь, мне в горло прям как будто насыпалось, и такое типа... Ну да, сейчас они хуйня. Подъебывают? Сейчас, кстати, хуйня. Один, не, сейчас один, хуйня. Один как первый. Но... Сейчас не, хуйня. Не, он первый быстрее. Он сладкий. Смотри, он, короче, у него начальная реакция быстрее, чем у первого. То есть тот через 30 секунд начинает действовать, а этот прям сразу начинает ебашить. Не запивай сейчас. Попробуй не запивать еще. Чуть-чуть. 17к, спасибо. А где? Это нормально. Что да, такое? Я что-то расстроен, если честно. Ну. Я надеюсь, я с третьего хотя бы охуею. А что, или ну, тут пишется первый легкий, второй легкий плюс. Когда легкий плюс. Охуеть? А я какой? Я думаю, с третьего я должен охуеть. Ты попробуешь? Типа он почти такой же, как первый. Да. Реакция. Это смотри, вот злой, знаешь, что я тебе скажу? Вот мой уровень, я могу это не запивать. Твой это уровень. Это не твой уровень, дядя. Я имею в виду к тому, что это можно не запивать. Ну, типа, ну вот как кажется. У меня рот слишком уязвим. Ну, чувствительный ротик у меня. Типа, понимаешь, ко всей хуйне. Ой, блядь. Ну, типа, это немножечко. Ну попробуй, если хочешь. У тебя половинка, типа. Зло, я тебе обещаю, что будет нормально. То, что ты... Как это обещаешь? Мне будет печь, а ты будешь мне лизать или что? Как это будет? Ты мне заливать тебя молоком. Дуть в рот мне будешь? Нет, я тебе просто скажу, что это, ну, типа, нормально. Бля, знаешь что? Насколько Малстрой сейчас, типа, вбился людям в голову, что я твой стрим с Картманом смотрел, и какая-то тёлка там была, и сейчас спамил в ТГ её, блядь. Ага. И сейчас, типа, когда Злой что-то не хотел первый орешек есть, то чат писал, выгоняй её, блядь. У меня язва. Ну не кушай, все, не кушай. Ладно. Только не ной. Блин, ему когда говоришь не кушай, он такой, ладно. Нет. 17500. Злой. Короче, вот ты будешь чувствовать то же самое, что ты чувствовал да. на первом. Да. Так не я будет. Же нихуя не чувствовал. Ну значит ешь. А что деду, пизда? Мне кажется, язык. Он... Именно, блядь, вот, сука, у меня уязвимый, мне кажется, язык. Он просто ласковый, блядь. Девочки знают, насколько он ласковый, поэтому, блядь. Я его сейчас обжигаю, бля. Отлежи тёлки после этого стрима. Эйба. Злого в ТГ. Злого в ТГ. Пойдём? Пойдём в туалет. Бля, ну вот если честно... Язык, именно язык, пизда языку. Короче, мне кажется, вот, короче, третий будет жёсткий. Я не знаю, ну, типа, сможем мы ему до пятого дойти? Дойдём. Мне кажется, нет. Мне кажется, нет. Не есть или не есть? Я не ел целый день. Есть борщ? Нету борща. Почему есть отбивные мамины. Давай. А, морозилки. Бля. Не, типа, ну я хочу до пятого дойти. Я просто, типа, ну, я надеюсь, хоть кто-то со мной, типа, до пятого дойти. Не, я дойду до пятого. Уверен? Я изи дойду. Ты точно дойдешь, дойдешь нахуй. Мне почему-то кажется, что последний для деда это третий. Ну что, давайте. Ради кого? За мой пенис. Блять, ну если оно будет пить пищей... Так ты... Сука, он, блядь, слова забывает просто. Давай, только жуй нормально. Прям а как... я как жую? Ну, быстро не глотай сильно. Я никогда не глотаю. Давай.
15 секунд жевать надо. Почему деду пизда? Вот мне больше всего на мир. У меня язык супер чувствительный. Да? Можешь попробовать. Пожалуй, лучше перец. Ну, сука. Она боится. Да кусай ты, блядь, что ты как тёлка. Всё, жуй! Жуй, жуй. Быстрее, да. Сладкий. Уёбище! Что такое? Блять, оно почему? Кто зарейдил? Кто зарейдил? Здорово, ребят, кто зарейдил? А! Оно в зубах застряло! Каравай, спасибо. Каравайчик, спасибо, братан. Спасибо, каравай. Ой, бля. Уёбки, оно... Да нет, дядь. Иди к врачу, иди к врачу. Зой, не запивай, держи молоко во рту. Держи молоко во рту. Нихуя! Молоко во рту держи. Просто держи, вот, все. Легче стало, не выпускай его, просто держи его. Держи. Держи молока. Нихуя. Держи молоко во рту, ты его запиваешь, оно ничего не попускает. Держи во рту. Просто это, просто держи. Артур, мороженое есть. Блять, ну чел. Мороженое? Знаешь, как было бы охуенно? Я, конечно, понимаю, что такое невозможно. Но было бы настолько охуенно. Да ложка есть, сука, уёбан. Ебать ты. Ебаная такса, блять, просто. Дай мне бумагу. Бля, дядь, это так печа. Возьми ложку, брат. Артур, возьми ложку, пожалуйста. Это мое мороженое. Да, хорошо. Почаем, бля. Ты чё, в рот не попадаешь, долбоёб? Бля, короче, чел, было бы охуенно, если бы Даша согласилась с нами попробовать. Это прям... Даша не Даша не первый кушал, правда. Слышишь? Вот рана. Ну, такое, смотри, да. Смотри, я не знаю что, вот немного раны, и я чувствую, что туда попало, пиздец жжёт. Вот как у тебя вот табаско вот это вот на рану попало. Вот я чертовый орех попал. Не, я... хуйня, если честно. Вообще нет ни. Не, хуйня полная. Да? Хорошо, понял. Лой, каков шанс, что ты попробуешь третью? За 100 рублей. Давай пятую за 100 рублей. Ты мне даешь? Да. Если ты 100 тысяч рублей, ты схаваешь пятую. Давай так. Если ты схаваешь пятую, я тебе покупаю 12-й айфон. Про? Про, но только не Макс. Тогда мне другой не нужен. Я важная сука. Ты охуела, блядь. Ты охуела, блядь. Про, он 50 тысяч гривен. Да пошел нахуй, блядь. Пошел нахуй, реально, блядь. Куда ты возобнил, блядь, о себе? В смысле, я только прошку жду. Я сам могу себе позволить. Нет, так прошку. Ты максовый хочешь? Ты видел, что Макс, он как 7 дюймов. Как планшет мамит. Мой хуй. Знаешь, ты 7 дюймов, это огромный хуй. Не сантиметров злой, блядь. Ты знаешь? А ты знаешь, что у нас посмотреть? Ты знаешь, что у нас линейки в сантиметрах? У меня прям в штанах он. Что? 7-дюймовый. Айфон в штанах? Нет. Будешь как баб разводить в клубе там. Не, мне кажется... Готов скавать, да, чел говорит, я готов скавать все орешки за 100к, блядь. Чел, ты просто обострешься здесь, блядь. Нет, короче, фишка заключается в том, что Дашу нет смысла даже пробовать звать, потому что как минимум мы съели первые две. И типа давать сразу третье это одно, и второе, ну типа она как минимум не готова. Бля, ну было бы охуенно. Было бы охуенно, кстати. Реально, это было бы настолько охуенно позвать девчонку, чтобы типа, ну, посмотреть, насколько. Хотя, в принципе, злой, как ты играешь сейчас вроде девчонки. Что? Я на следующий раз, когда чипсы пью, думаю, тоже можно девчонок. Короче, можно тебе предложить такую тему? Давай в следующий раз, это не будет просто поедание, а давай это будет батл. Это будет добавлять свое. Ну, как именно? Ну, ты берешь одну пачку одному, другую пачку другому. А, да, это неплохо. Кто сколько запьет, вот банка молока, и все. И все у них есть. Это ну, а типа... там похуй на банку молока. Не, это не похер, мне кажется. Когда ты... Нет, ну, типа, запивать там, например, нельзя 30 секунд, после того, как ты сел, это минуту.
Ну смотри, смотри, Вадим, я тебе так скажу. Вот смотри, вот оно 15 минут, оно отпускает. Но вот эти 15 минут, вот не, хочется... Не, у меня уже давно отпустило. Мне... Не, у меня тоже давно, ну минут 5 назад отпустило. Но я имею в виду, что оно типа держит, держит, но молоко типа помогает тебе остыть. И молоко, ну кто-то будет открывать, например, банку молока и жвой выпивать, а кто-то, блядь, будет по чуть-чуть устаканивать свою, так сказать. Не запивать? Да вообще не надо тут запивать, типа, чтобы было жестко. А, да, чтобы жестко, да. А ты тогда, согласен. Тогда, ну, типа, есть вариант в том, что, ну, типа, тебе на хуёво может стать, да? Либо дольше, прикинь, дольше времени нужно будет дожидаться. Типа, минуту не запивать. Минуту не запивать, это жестко тоже. Да. Я, типа, думаю, что, мне кажется, представь, это мы едим по одной, а ты ешь, у тебя там 4 штуки, да? Грубо. Ой, это пизда будет. Сам челлендж звучит так. Ты берешь орешек. Жуешь 5 секунд, глотаешь, ждешь минуту, через минуту следующий. Давай, слышишь, давай я 7 пятый орешек. Что? Знаешь за что? Чтобы Макриский закурил. И чтобы отдал петлям, ой, полмиллиона. 500 тысяч, ты долбоёб. Ебать, гений, да? По ним. Так пятый орешек, так ты дурак, ты с ним споришь, а не с ним. Да, я с ним спорю. Ну, так как он может его заставить? Не бывай, Артур, блядь, подвизь яйцами. 5 миллионов. Не понимаю даже смысл этого, типа... Это да шутка. Это шутка была, блядь, Йосип. Так, чё, на 19500 едим следующий? Да. Чат, сделайте 19500. Чё-то принести надо ещё, молока там? Не, нормально, нормально, нормально. Ну, блядь, третий неприятный, мне кажется. Я не буду есть, я рот ебал. У меня пысок, нахуй, взрывается. Короче, первый... Чём, я надеюсь, это правильно. Первый 1 миллион, второй 3 миллиона. Третий 5 миллионов, четвертый 7 миллионов и пятый 12-13 миллионов. Еба! Ну типа... И что, это опасно? Ну, я не знаю, типа... Чем ну это... типа от тебя будет гореть, ты, уверен, ты типа что? Захочешь, не знаю, ну... Ты захочешь в воду погрузиться, еще что-то, ты ну... Ты будешь пить молоко вот это вот, пока, вот, блядь, ты... Ну, ты будешь, вот... Ты делал только что действия, которые ты не делал бы... Без орешка. Да не, он вообще не пек. Ну ты начал, смотри, ты начал да говорить... Да он не пек. Ты начал говорить ПК, блядь, тебе он, пизда он была. Написал, что, ты приблизительно такой же в стадии алкогольного опьянения. Дядя, я как будто сейчас пьяный. Да, вот оно да, и так и есть. Так въебал, не, ребят, нахуй алкоголь, будем орешками обгонять. Бедрофа, у Жлова, когда он вот так вот сидим в компании, да, там выпиваем, он, у него есть такая, ну вот, приближенная вот ситуация, вот как к этой, он начинает на украинский язык переходить. ПК или... ПК это компьютер. Он начинает вот говорить на украинском бля, языке. Бля, мне так ебало, Рома. ПК. Мне так, я как будто синий, блядь. Так, что у нас осталось? Я же говорю. Ебать, я нахуярился. У нас надо третий хавать. Смотрите, ну третий уже выглядит. Он выглядит, типа, прям нормально. Нет, третий, типа, уже жесткий. Видите, да. Третий, он выглядит. Бля, он прям вообще в пьяце пиздец. Типа злой точно не потянет. Ну я пятый бы, блядь, вот реально. Я вот чувствую, да, что третий это нам, ну, я не знаю. Ты будешь ну, пятый, Вадим, пробовать? Ну я буду смотреть как. Ну смотри, третий, если верить этой инфе, то это 5 миллионов сковелей. Ну это дохуя. Ты понимаешь, пятый что это в 5 раз... Типа, ну, я не знаю. Это в 2 раза мне кажется, больше. Там такая острота будет, это будет пиздец. Да. Ну-ка пропускай. Там, я думаю... Чат, кому не сложно, подпишитесь на телеграм, восклицательный знак ТГ и по ссылочке перейдите. И там будет, как я сру потом посетить. Пять. Да, я запишу сториз, где злой срет. Сториз туда. Привет. Сториз. Привет. Телеграм это сториз, что ли? Мы можем все... Зальем ее в телегу. Слышишь, мы можем все в твою телегу рассказать, как наш был первый обоссор. Обоссор? Да, мы в телегу запостим, короче, комменты, да, как, будем показывать как мы срали. Как мы, не, типа, именно расскажем, как мы срали, потому и что... И дерьмо свое покажем. После этого, да, говорят, есть дерьмо какие-то побочные тоже. Эффекты, да? Ну, вот типа, жопу жжёт. Можно дерьмо показать? Иди нахуй, блядь. Сука, такой... Ну что, ты готов? Сука, такой он придурок, блядь. Он будто пьяный, кстати, да. Давай, открывай. Да. Ебать, я в ударе, блядь, девочки. Ты все, уже потух, злой. Злой. Да, брат. Ты третий с нами хаваешь? Или ты тёплый? Не, вы... Что ты сказал на меня? Или ты очкун? Не, не хавай, злой, нельзя ты. Что ты сказал? Бля, дядь, я как будто выпил коньячка какого-то. Я такой заров тушеный. Он девочка, не надо ему. Кто я? Понимаешь, он девочка. Скажи это мне в лицо, блядь. Тёлочка.
в лицо. Не, ну я типа понимаю, что ты очкун ебаный, типа ты не можешь нормально что-то сделать. А, это ты мне говоришь, да? Это ебать. Ты мне говоришь. Это мой, да? Если хочешь, покажи. В лице, скажи мне. Ваня сразу тянет самый большой, блядь. Бля, он очень неприятный, если честно. Мы можем разыграть на него просто. Давай кто проебет, чтобы интереснее реально был тот самый большой. Не, я хочу взять его. Блядь, типа блядь, я как будто нахуярился. Он хочет прям жестко. А ты, я вот это все, да? Да. Бля. Бля, он такой противный, посмотри на него. По сравнению с этими. Это про меня, что ли? Mm-hmm. Да, он жесткий. Покажи, можешь показать на камеру? Там не, прям все. Близко подойди, закрой нас. Закрой нас. Вот так, да. Вот показывай орешек и закрывай. Слышь, покажи орешек в камеру ближе. Ближе. Вот так, руку ниже опусти к орешку. Блять. Блять, я не понимаю. Пошли гайду нахуй. А, вот так. Вот. Мозоли от дрочки, кстати. Бля, он такой неприятный, это пиздец. Не, ребята, это на вот, самом деле покажи не их, то, просто. Что... Ну погоди, у меня здесь вторая пачка где-то. Я, там может будет тоже нормальная орешка, то эти маленькие какие-то, блядь. Бля, меня рили как въебало, дядя. Да. Я мне не сильно мозоли. Ты видел свое? Ты пересмотри стрим, как тебя корчило. Я тебя как будто пьяный. Ты как тебя корчило, это забей. А где, блядь, еще упаковки? Я не понимаю. Ну дай пройдет. Да. Типы, я как будто потерялся. Ага, дрочишь. Я. Не, Риль, у меня такое как будто опьянение легкое, знаешь. О, стоп! А вы знали, что сегодня какое число? 31. Так что не дрочабель? Ебать, не дрочабель, реально, блядь. А что, на ноябре не дрочат? Нет. А чё? В ноябре нельзя дрочить. Почему? Ну хорошо, я буду... Осторожно. А? Я буду осторожно. У меня есть варианты, чтобы не дрочить. У меня тоже есть варианты, чтобы не дрочить. Пам-пам-пам. Парури парирам. Или может кто-то из эй, чата... Эй, алоу, вызвал кентоу. Всем здоров. Может кто-то из чата, из девчонок... 19.5, Зой, тебе пора есть третий орешек. Так стоп, алло, ебать. Здесь даже ру... Сука, тупой ты, блядь. Здесь написано 13 миллионов сковелей, блядь, на пачке. На последнем. Да. Только на последнем, я же сказал сразу. Так, значит, это true info, что 7, 5, 3, 1. А это много 15 миллионов? Это дохуище. 13 миллионов. А это то, что ты понимал, ты второй ел, это 3 миллиона. А это еще, блядь, десятку сверху накинь. Не-не, связывая есть не буду, я откисну. Это забей, это пизда. Не-не-не, я не буду даже... Ну знаешь... Залям, я бы, может... Ребят, что я хочу сказать, короче, табаско, я не знаю почему, вот от табаско, вот здесь вот начало печь и здесь, а вот орешки, типа, ну, просто я во рту, найти, просто во рту. От табаско прям начало ладно, все лицо печь. Три. Четыре, ладно. Листопад, да. Есть у Даши, но тебе придется пить столько. У нее прям пиздатые панели, ребята. Я про поинты, я про баллов канала пиздец, вообще. Мне отключается, блин, говорю, что не надо. Блять, я не могу найти, нахуй. Так, оно. Упаков. Знаешь, что нам по правильному, наверное, нужно было сделать? Нам, возможно, нужно было еды реально заказать, слышишь? Чтобы мы типа. Я не ел вообще, Ром. Ну я могу заказать сейчас. Закажи мне вкусное что-то. Я на ПП, кстати. Мне похуй. Блять, а мне не похуй бы было, если бы ты сказал. Бля, реально, Ром, у тебя хорошо за этот, как оно называется? Ты хорошо чатом манипулируешь. Почему? С очками? Я не манипулирую. Нет, в смысле, они просто ловят кайф от этого, типа, все. Да, это прикольно. Как отрочка? А как с Хейли было? Я случайно трек Хейли включил, мне все начали писать, извини, я вообще да, не знал. Да. Мы тоже эту хуйню тогда вели, это, бля, так. А, да. Бля, у вас рука не печет в этой хуйне, блядь? Чат лучший просто, лучший. Ладно, короче, я не могу найти, блядь, вторую упаковку, это пиздец какой-то. А что вы кушать хотите? Что вам заказать? Я не знаю. А, у тебя моник такой. А почему они сделали вот... Масайка. Что будешь кушать, Ром? Ром, может ты съешь две? Да, давай. Типа, зло я не думаю, что будет третья упаковка. Не, я не буду уже, все. А я уже плыву, блядь. Нет, он Рома съест две, а ты вот такой одну. А рис все любят? Ну окей, да. Нет, можно даже вот эту вот штучку чуть-чуть дерибанить, чтобы Роме легче было. А, блядь, ой-ой-ой. Вот лежи, дай мне. Кого? Вот упаковка, сука, я ее ищу по всему дому. Там, я тебе ее показывал. Я не видел. Ты проходил, я тебе говорю, вот это? Ты не, сейчас и ушел. Это молоток? Что это? Бля. Орешек улетел. Ебать тут. А, это который. Это молоток, Рома? Что? Ты хуй лоток, блядь, это освещение какое-то. Какое освещение? Это
Алло! Бля, он пьяный, ребят. Он реально как пьяный. Слушай, вот, Хамик, смотри, возьмем а что мы будем трапезничать? Борща всем закажу. Да, да, да. Тебя тоже, Вадим? За это? Я... Рука была в перчатке. Сейчас, своим заказать да, да, вот. Это из-за перчатки, бля? Смотри. Ну, а что это за хуйня? Это потому что... Это где-то ты дотронулся до этой хуйни, серьезно. И оно типа, блядь, у меня тоже жжет, вот прям рука пиздец. Короче, я через салфетку буду брать, я ебал. Где твой? Ооо, блядь, да это уже похуй. Да, это уже поебать. Борщ будем есть, да? Бля, вот если честно... Я не заказываю борщ. Я заказываю. Вот честно скажу, вот сейчас волнительный момент. Да, сейчас немного переживаю тоже. 5 борщей. 4 борща? Он меня заебал. А сколько, солянку? Иди нахуй, блядь! Сколько есть будешь? Что будешь есть? Это подожди, блядь, неизвестно, что мы будем есть или срать, блядь, после этого. Ром, тут у тебя два подъема. Мы будем срать, а ты будешь это есть нахуй. Это я потерплю, посмотрю. Ты кому это сказал, блядь? Йосип, сука. Повязка сдушила нахуй. Я сейчас удава выпущу. Если честно, я переживаю очень. Ты же первый и второй нихуя не дал. Да, но... А этот устрашающий выкинь, понимаешь? Устрашающий. Я бы показал бы ему. А вот твой уже. Вот твой. А теперь он взял самый меньший вот почти. Не, ну я взял поменьше, ладно, давай этот, блядь. Я говорю, я не знаю, я почему-то очень переживаю. Все, чат. Давайте, отчет. Нет, подожди, давай приготовимся. Отчет? Борщ будешь, брат? Давай отчет. Злой. А это третий чат. Злой, давай отчет от 15. Давай. 15, 14, 13, 12, 11, 9, 8, 7, 10, 6, 5, 3, 2, 1. В ротик. Опа! И тигры у ног моих сели. Оп! Парури парирарирам. А 10, а может быть 9? 10 и 9. Что такое? Ох, ебать, блять. Кто там вселился в его анус? Ебать мой хуй, блядь. Ты глотнул? Пизда, ребят, в горле просто пиздец. Глотай. Глотайте. Ваде похуй. Я не знаю, Ваде надо, наверное, блядь, перцовку в горло заливать, надо, чтобы он что-то чувствовал вообще. Я чувствую, дайте зажигалку, оно тут будет дыметь, блядь, просто. Мне кажется, у тебя шишка. Как с выхлопа будет стрелять. Только не говори, что тебе похуй. Оно подожди, жжет. Но это не то, что я ожидал. Но оно жжет горло. Это пиздец. Он не показывает просто эмоции, он выебывается, я вам клянусь. Я заказываю 5 борщей. Ну, блядь. Запиваем? Я нет еще. А почерый тигр или будет кто-то? Ну, печет немного, но... Типа сказать, что я прям умираю? Нет. Почерейте. Что такое? Брат, тебе плохо? Не, ну типа очень жестко. Очень. У меня прям булькой повыходили. Ты кого это? Ну это можно не запивать тоже. Или выебывается, да? Ты кого позвал, блядь? Ему вообще похуй, ну, блядь. Ну типа вот, смотри, когда я ел перцы, четвертый перец я хотел так запивать, это пиздец. Попробуй слюну достать из этого, она такая, знаешь, горькая прям. Бля, я опьянел. Я скажу, почему он выёбывается, потому блядь, что его сейчас расслабил, смотри, он просто лёг его. Просто слеза, блядь, пошла. А, слышь, у него ковид, он нихуя не чувствует вкуса. Блядь. Тут не смешно, на самом деле. Я хуею. Чат, это, блядь, это не рофл? Скажу, это не рофл. Это не рофл, это просто слезы, блядь. Скажу, что чувствую. Уже начинает отпускать. Это просто слезы, смотрите, блядь. Ебать, да, ну отпускает. Давай фокусим, уебище, нахуй. Уже начинает отпускать. Смотри, и... смотри, пизда, чат, чат, все, блядь. Лицо просто, смотрите, блядь, просто слезы потекли. Ну, типа, знаете, вот как именно по-честному? Ну, типа, я думал, что это будет прям пиздец. Сопли пошли, короче. Если это было бы прям пиздец, что было бы на последнем? Не знаю. Бля, я боюсь пробовать. Мне кажется, в последний. Нет, ты не пробуешь, ты не пробуешь. Да, да. Ты не ешь это.
Не-не, чат, не плачь, это пошло. Просто реакция от этого, типа, организма. Оно прошло, оно прошло, но все застыло, все, ну, немножко онемело горло. Язык отпустило полностью. Меня накрыло полностью, вообще жесть. У меня аж слезы пошли. Я не тёлка. Бля, зло батят на тёлку. Да не, ну... Не плачь, старый. Что да, это я, да это просто реакция организма. Ну, типа, печёт просто. Да не, злой не, злой тёлка, что такое хавать. Дед, не язва, ты уёбище, блядь. Ебать его, где. Так почему ты за лям, блядь, говоришь, что схаваешь? Ты да, уёбище, блядь. Что, что стоит тебе твоё здоровье? Что тебе стоит твоё здоровье? Знаешь, ты продажная тварь. Давай, есть... давай, давай, не пизди. А знаешь, я тебе скажу, я тебе когда-то это говорил. Да. Ты за бабки можешь схавать, а за респект нет, чел. Блядь, чел, да. С ковидом сидит, ему похуй вообще. О, блядь, чел, все. За бабки сидит. Может, а за респект ой, нет. Ой, блядь, подсосался, блядь. Выгоняйте ее, блядь. Плечи, вот часы. Не, типа, я даже за деньги. Ладно, шутки, шутки, но Рому нельзя эту. Я даже за деньги не ел. Это прям отличается, да, немного? Ну ладно, я, давай сюда. Я знаю, значит... Нет, Влад, не надо. А смотри, короче... Как будто это тёлка, давай засыпь мне всё в рот! Нет. Короче, тебе после второй было плохо. Ставим мужчину на первую. Вторая была обычная. Ну типа, это уже немного жжёт. Не-не. Дядь, я вижу. Камень, ты идёшь за следующим? А? Я не знаю. Блять, я думаю, может перескочить просто сразу последнюю сесть. Не-не-не, мне кажется, я после четвертой не съем пятую. Не, я иду до конца, я четвертую, пятую буду. Бля, я опьянел просто от этой хуйни. А тебе же похуй, почему не съешь? Ну, я кажется, блядь. Я же говорю, он выебывается. Не, я нормально. Это какой-то страх, типа, знаешь, внутри. А, и так вот такой... кто очко. Не, я думаю, не, Ром. Блядь, нормально. Я думаю, не выёбывается. Так если ты идёшь, так иди до конца. Ну, типа, блядь. Ну как можно выёбываться? Посмотри, блядь, я просто сидел, блядь, у меня да, слёзы нет, потекли, я нахуй. Я задумываюсь о том, типа, что... Не, если бы я сдерживал, то я бы спокойно ну. Сдержал, как Валя. Ну, типа, я показывал. А я не. Нет, ну я вот понимаю, что, типа, как будет 13? Ну, это больше страх, знаешь, такой, типа. Не, о. Это нормально. Но это можно оно есть. Ушло, оно ушло. Самое главное, что типа это можно есть. Оно ушло, с животом нихуя ничего не болит. Чел, типа. Чел отмечает уже мне в историях эту упаковку и говорит, я за 100к съем на видео, блядь, и все. Все. Красава, блядь, пусть да. Ест нахуй. Ой, блядь, чел, пизда тебе. Ребят, вот такие воебоны, блядь, слушай, ты одну попробуй, блядь, сначала. Сидят там сейчас дома, мама наготовила им хаучик, и сидят трапезничают. Нас наблюдают и говорит, я ой, сколько ем четвертый? Я только что слюню как-то глотнул, она так, знаешь, прям, пш, блядь, нет. И выебоны кидает свои. Ой, да я бы там, блядь, бы даже пенис свой намазал и отсосал. Хаучи. Пизди там, нахуй, блядь, не пизди там, блядь, нихуя не съел бы, блядь. Плакал бы, как девка, блядь. Плакал бы, блядь, от этих перцев, блядь. Ты видишь деда, дед, блядь, камень, кремень, блядь, Т-34, блядь, Т-54 из железа, блядь. Сделан нахуй. Маленький, блядь, орешек ему пробил. Бля, выпиваю молока и кажется, все, я готов следующий хавать. Сейчас пройдет да, это молоко. Придет. Давай смотри, на 20-500 можешь попробовать. А? На 20-500 или... Фу, это нормально. Если не, честно, это было нормально. Чат, это пиздец, да. Если честно, я думал, ну, типа, вот уже третья, это будет прям пизда плюс пизда. Я думал, когда... Это 7 было, да? А? Это 7 было? 5. Что? Следующая 7, потом 12. 13. Не, ну это жестко, типа. Дед, если не можешь, не иди. Не иди, дед. А скорее всего, ну, типа, если я сейчас... не можешь, не иди, лучше сядь. Ты же понимаешь, что мы когда съедим пятую, мы будем сразу запивать. Да. Тебе да. Надо принести молоко. Да, я принесу. Да, это забей. Будет все ебало будет разлезаться. Бля, ну это жестко. Бля, да, язык, ну отдай язык. Какое мороженое, Камень? Мороженое вкусное, кстати. Дай мне. Вот вы стоите. Да я вижу, а вот ушко. Да, возможно. Молоко просто не помогает уже. Может поможет женская любовь? Теплота? Твой рот может помочь. Мой рот? Накинься. Или может мой пенис? Я не знаю. Злому дайте еще две первых. Это супер жестко, да. Не-не-не, не надо. Не надо, я посижу пока. Я посижу возле деда, блядь, все нормально будет. Короче, я не знаю. Типа... А как на вкус тебе? А? Как тебе на вкус? На вкус нормально. Ну, типа,
А Габар как делал в пятой? Типа, не запивал ничем? Не знаю. Ну, я вот... я думаю, четвертая, короче, пройдет нормально. Но вот почему-то мне кажется, что пятая, скорее всего, там будет очень жестко. Я прям не знаю. Вот пятый, типа... Я думаю, вам молоко здесь не нужно. Вот мороженое, да, попускает. Я думаю, вам молоко... Мороженое хорошо работает. Молоко вам вообще не пригодится на пятом. Это мои ощущения такие. А тебе жжет? Нет, я попробую. Не, меня ты всего еще... На руках, а чё? Ну что, четвертую, пацаны? Давай тогда в этот... В 30 минут хуярим. Четвертую? Да. Четвертую? Да. Нам после четвертой надо будет перерыв на 10 точно. Угу. После четвертой, короче, надо будет добиться того эффекта, чтобы полностью все ушло. Чтобы не суммировалось. Да, да. Доставай тогда, короче, четвертую, наверное, две. В камик все, да? Да. Да. Не, ну ты молодец, там. Я не это, ты. Ну, я слезы, чувствую, я не выдержу. Я чувствую, просто я сейчас буду рыдать, плакать. Ну, не, типа, не. Я могу не то что за компанию, но будет супер жестко. Там будет две, грубо говоря. Третья и вторая совместно. Это пиздец. Кстати, я... ты на меня пиздел? Ты на меня пиздел. А я взял самую большую. Честно. Я, если честно, я не могу от этой. Это правильно, сука? Я еще от этой не могу отойти. Ты меня пиздел. Говоришь, что я выебываюсь, блядь. А я взял самую большую. Я не могу еще от этой. Блядь, что они такие большие, блядь? Там я, там они две. Я нам достал две. Бля. Чат, я не знаю, что... Они такие выебищные. Да. Нет, вот четвертый прям противный пиздец. Дайте мне перчаточку. А, похуй. Чак, кто, блядь? Не надо, зачем? Да я руки помою сейчас. Надо закрыть. О, они очень противные, чат. Они да, очень противные. Пальцы очень противные. Сижу. Нет, они не... Короче, вот они на камере так не выглядят, как здесь. Они прям максимально противные. Бля, боже, тут по одной чат пишет, за 100к, блядь, все сожрет. Да-да-да. И потом бери ответственность, что человек умер, блядь. Пиздец. Какой умер? Ты чё, блядь? Нас врач нахуй в той комнате. Ты думаешь... Не, я имею в виду, что, блядь, чел хоть за 100к всю упаковку ебанул. Не, это жестко. Это, блядь, невозможно. Я бы никому не заплатил такие деньги, ну, типа, не за то, что это большие деньги, а за то, что мне да, просто зачела. Да, ты будешь нести ответственность за это. Осуждаем, конечно, осуждаем, ребята. Просто не пишите, вы, блядь, не пробовали. Вы один, блядь, купите, один попробуйте и охуеете. Я еще не могу отойти. Я, блядь, я не знаю, блядь, удачи вам. Саша, да ты бы чего угодно схавал, блядь. Бесплатно, да. Хоть за лупу грязную, нахуй. О, это жестко, блядь. Че, в 30 пробуем? Чат, пишите по чатам, что мы в 30 пробуем четвертый уровень. Нет, ебать. Так не писать. Сейчас будет. Ну, в нашем чате. По нашему чату пишите. А так как известно, наш чат это... Мне кажется, Вадим, слушай, из-за того, что действительно ты пробовал, типа, очень много острого за этот ел, и организм, так сказать, адаптируется, закаляется, знаешь, вот. Сколько стоят такие орешки? 600 гривен вроде упаковка. Ну, там орешка 15. 600 или 800, я не помню. Вот чипсы по 2000 гривен вроде стоили. Одна чипса. Здоровая она такая? Да. Сколько там, 20? А я хуй знает, я не помню. Бля, чипсы, наверное, очень большая. А это пиздец. Ты понимаешь, какая там концентрация? Не, она типа, ну, такая. Одна чипсинка, 2000, одна чипсинка? Да. 2000 гривен. Ну, где-то так, да. С доставкой там, ну, короче. Короче, чтобы ты понимал, мне две чипсы, вот эти большие, вышло 14 400 рублей. А, так ебать, это же больше. Ой, это хуя, дядя, это 8. 14 400 рублей мне доставка, не помню, с Америки, походу. Кто хлопает, блядь? У нас праздник сегодня? Детский какой-то, что ли? Типа в Украине их не было. Да. Мне уже пучит в туалет. Ну пиздуй. Не, посижу пока. Я хочу до конца. Это по сколько они получаются? Это больше 2000 гривен. 6. Ну да, 2200, 2300 где-то. Вы сможете, ребят, я верю в вас. Ну типа, я группа поддержки. Бля, у тебя нет вообще страха, да? Не. Я переживаю, это я не боюсь. А вам не ударило в голову никак? Нет.
все прошло. У меня очень сильные переживания. Типа, я нормально. Бля. Ну, типа, я нормально съел, но у меня, давай, типа, переживания есть. Нет, я не буду. Ты я не будешь? Не пробую. Нет, ты чё? Ты видел, что с этой было со мной? Я все. У меня начало печь. Ты можешь камеру немного подвинуть сюда? Либо мы сюда подвинемся. Давай сюда. Давай. А мы сюда подвинем. Все, просто мы сюда подвинемся. У меня начало печь, жечь. Печь, духовка. Я начал плакать. Все, хватит. Выебываться не буду, что супер. Я могу. Не бойтесь, ребят, вот это всего лишь хавчик трапезничества. Вы трапезничаете и просто думайте, что вы что-то сладкое едите и все. Пеке. Пеке. Бля, чел, ты понимаешь, что уже 30 минут? Как так быстро время пришло? 20 секунд. У нас еще 20 секунд. Ладно, давай. Так, где перчатка, ну? Давайте, посмотрим, с этим, с удачей, блядь, так сказать. Да все, начинаем. Да. Я говорю, у меня больше опасения до того, как я съел, чем когда я уже съел. Минус рот. Какой хочешь. Минус рот. Если честно, тут так похуй. Бля, пацаны, удачи вам, ебать. Удачи вам. А мы я после третьей реально понимаю, что она вам сейчас понадобится, бля, держитесь там. Мороженое есть, ребят, мороженое есть, молоко есть, если что, блядь, нет, вы серьезно, не терпите, если, блядь, что, если прям жестко будет, запивай сразу, потому что в горле может пиздец стать. Только стать. Появляется 20 тысяч, а пиздец, хотел сказать, только появляется 20 тысяч, а что, погнали? В горле может стать, слышишь, если что, просто давай. Давай, с 15 секунд. Считай. 29, 28, 27, 26, 25, 23, 21. 19, ладно, 14, все, поехали. Да я пацанам хотел помочь, ребят. Чтоб подольше они настраиваются. Я вижу, как Вадя нервно жует, я понимаю, ему пизда просто, блядь. Ему просто пизда. Че равно? Но по всему рту расходится, надо вылизывать, блядь, еще. Вылизывать надо? Ты глотнул? Жестче, чем предыдущий? Я не могу понять. Не, у него ковид, ему похуй. Подожди, ну... А чё с ним? Стоп, подожди. А чё нихуя нет? А чё нихуя нет? Потому что рецепторы во рту умерли. Он сейчас догонит, типа? Это все. Это а хуже. Ты кусишь, что ты не в Дискорде, да? И рыгаешь тут нахуй. Ну ладно. Опа! Па-пам-пам! Вот знаешь, как Ами готов убить за то, как люди рыгают? Я вот понял в своей жизни, что я готов людей убить, когда они меня хотят. Это в GTA 5 RP? GTA 5 RP шутки, ребят. Нет, это не шутки. Так, а шо? Стоп, подожди. Как ощущение? Никак. Вообще типа ноль? Это хуже. Это слабо. Есть две причины. Может, или испортилось? Или они заболели, это или очень рецепторы слабо. Уже все пиздаем. Может, заболели. Испортилось? Не, рецепторы есть, я вкус чувствую, но это слабо. Еба. Оно чуть-чуть догоняет. Да. Начинает, да? Ну, типа, легче глотнулось, чем предыдущий, да? Нет, может, да. Ты схаваешь, им похуй. Да не хочу. Не хочу. Чат, если, блядь, если смотреть вот это вот, смотрите, упаковку, короче, смотрите. Вот четвертая или пятая? Четвертая, посмотрите, блядь, на нее. А пятая прям, блядь, покрыта, будто, блядь, какой-то корицей, нахуй, прям ядреная, ебать. Корица, блядь. Так. Не, дед, им похуй, тебе надо хавать. Не хочу. Это хуйня, это просто. Оно даже не догоняет. Я думал, что... Я типа думаю, я смотрю на Вадю, думаю, думаю, хуйня, но сейчас точно догонит. Вообще не догоняет. Значит, не догоняет. Знаете, что я скажу? Я заебался так вот эту хуйню уже чувствовать. Хочешь последнюю? Ну типа... Крайнюю. Бля, короче, заебался вот это, ну, то, что вот эта острота по рту гуляет. Ага. Ну, уже заебало. Да запечем. Потому что это челлендж, типа надо вообще, чтобы жестко было делать каждую секунду. Давай через 2 минуты пятую. Нет, 2 минуты чуть рано, мне кажется. Я хочу, чтобы все полностью ушло, чтобы почувствовать это. Надо запить.
Не, это вообще хуйня, типа, третья была жестче. У них уже, возможно, смотри, возможно, не жестче, возможно, у вас после этой, блядь, такой псевдоиммунитет какой-то выработался. Не думаете об этом? Как же они типа, спать будут? Типа, реально, оно, типа, жестко прям пробило, а теперь... Оу! Ху-ху! Алло! Без этой вижухи, блядь. Нихуя себе, блядь. Ты заказал, девчонок? Ляу, говорит. Ну, короче, скажу, самое, что неприятное, что есть, это... Я? То, что мы уже, наверное, больше часа чувствуем жжение во рту. Да, да. Я уже не чувствую, я уже, ну, типа, отошел. Не, ты можешь реально сесть. Она, типа... Не хочу, Ром. Вот именно, знаешь, понял, я, типа, уже понял, что, ну, типа, хватит. Не хочу. Ну. Прям проплакался, ребят, так вспотел, это вообще, это ощущение такое жесткое прям. Мне кажется, это дольше держит. Молоко вообще не помогает, заметил? Да, да, оно не уходит. То есть пошло дальше, да? Сейчас типа начало... оно просто держится, оно не острое, нет, вообще не острое. Нет, оно не увеличивается, но оно не спасает молоко. Чат, смотрите. На секундочку, да, спасает? 15:40 едим. А я что хочу делать? Лучше я 15:40. Я хочу подожди. Ебануть прям как в челлендже. Как все? Типа 60 секунд следующий, 60 секунд следующий. Сегодня? Да вот прям сейчас. Оу! Да вот прям сейчас. Могу. Мне кажется, зря. Ну. Пока не узнаем. Пока не узнаем, это не узнаем. Сегодня? Сегодня не надо, Ром. Челлендж звучит так. Я не умею по-английски читать. Давай я почитаю. Не, смотрите. Давай я прочитаю. 15 секунд жуешь, глотаешь, ждешь минуту, следующую. Дай я прочитаю, брат. Окей. No liquids, a food, allow unit completion. Crave enter contents of a level 4-5. 15 секунд. Hello, блядь. Это, короче, вам надо хавать с передышкой. Ну, типа, каждый, вы должны жевать это дерьмо 15 секунд, understand? Окей, okay, next. Wait 16 спасибо. Seconds before advancing of the next level. То бишь, каждые 60 секунд вы переходите на следующий уровень. Mm-hmm. After eating the contents of 5, the then nut. Ну, типа, это смертный орех. Руки, Йосип, Йосип, боссы. Короче, а чтобы завершить, нет, завершить. You must endure 5 minutes burn to complete your challenge. То бишь, у вас есть 5 минут, чтобы завершить короче, challenge. Смотри, я тебе рассказываю. Челлендж на 5 короче, минут. То, что ты рассказываешь, каждую, да, ты действительно, ты жуешь 15 спасибо, секунд, блядь. Проглатываешь 60 суфлер, секунд, блядь. 60 секунд ты, не, ты должен следующий перевел орех. Тифу, смотри, когда ты съедаешь последний левел орех, чтобы, типа, завершить челлендж, ты должен, типа, продержаться 5 минут, типа. Нет, чел, это минут. Тебе дается 5 минут. Комплит тут за челлендж. Это чтобы говорится выполнить. О том, что у тебя есть 5 минут, чтобы завершить челлендж. Нет. Ты ешь, нет, и это после, в сумме. After, у тебя смотри, не, после, у тебя не получится 5 минут. После того, после минут, того, как ты, блядь, а хаваешь орех, ты endure. Ребят, что такое endure? Endure. Чат, что такое endure? Endure. 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 Это называется, у тебя есть 5 минут на весь челлендж, а не endure, да, вот так вот. Терпеть. Длительность? That нет, длительность. How far did you go? Post терпеть, your video and show the world how your test buds air. Test buds, это типа, протестим твои яйца. Да. И есть даже хэштег на этот челлендж. Nuts challenge. Типа, смертельные орешки челлендж, ебать. Все, белый листок, white list. Все, больше нечего читать. Что, прошло, Вадим? Вадим держит постоянно, ну вот я так же самое после третьего.
Я просто, типа, выпивал молоко, держал его во рту, и через сколько там, через секунд 5-7 ты начинаешь чувствовать жжение, глотаешь и снова новое. Слышь, он прав, после этого челленджа 5 минут ты не должен ничего запивать, а терпеть, просто сидеть. Ну, мы сделаем это. Ну, дядь, у тебя так всегда получается. Мы 5 минут, типа, протерпим после этого? Нет. Типа, без запивания, да? Я думаю, нет. Я думаю, да. Чат, кому не сложно, напишите восклицательный знак Dragon и перейдите по ссылке и нажмите просто начать играть, кому не сложно. Мне просто надо сегодня закрывать эту рекламу. Если вы мне поможете, то будет очень заебись. Так, что, я открываю? Угу. Либо... А, там ссылка не спамится вообще. Модератор, да? Да, а модер сейчас поспамит. Во, пэквил спамит. Вам дают 50 бесплатных монет, перейдите, кому не сложно. И все, мы ебашим сейчас это. Что там было? Я не успел, чел, что ты там писал, я не успел прочитать. Что? Я хочу сказать, что перец, вот, который я хавал 4 штуки, был куда жестче. Да? Ну, количество. А что ты одной стой открываешь? Да я уже как-то запутался. Ой-ой-ой. Берите по маленькой. Давайте по маленькой. Может, по две? Блядь, и по две. Не, я точно не буду, я ебал. Хуя знает. Кто получил 50 бесплатных монет, напишите плюс 50 в чат, пацаны. Плюс 50 кто получил. Там через ВК надо залогиниться. Через ВК логиньтесь. Покажу. Блять, они прям... Ну это просто пиздец, чат. Посмотрите. Посмотрите на эту грязюку. Они просто будто, блядь... Созданы для них. Говно пропитаны, понимаете? Охуенно. Они прям коричневые. Будто в корейце какой-то, видите? Это трындец просто. Это просто забейте. Так, ну пацаны, удачи вам. Сейчас, пацаны. Просто удачи. Пайкл, поспам еще ссылку. Я посмотрю, сколько прибавил. Прям, это стрёмно. Руки трясутся, конечно, потому что это опасно, типы. Это опасно. И промик там, да? Ну, у нас есть промик. Врач, у нас есть доктор в соседней комнате, да. Все нормально. Нажму, посмотрю. Бля, мне надо как-то добить 14к. О, так я дохуя еще. За деинтеграцию. Ну... Ребят, перейдите, кому не сложно, по ссылке. Есть один способ. Еще, мы хаваем. Фух, удачи. Ёпса. Бля, у меня было... проблема в том, что у меня не отошло ещё. А что это за белая штука? Летит. Это снежки. А нахуя? Кидаются снежками. Тима. У меня идея в голове появилась, Ром. Какая? Постреби снежки. Не, я тебе потом расскажу, как тебе поможет. Очень интересная, кстати. Фермачи ебашат. Лео Сан это девочка? Да. Красивая? Нормально. Ты ее видел? Вирал? Да. Ну, вирал нет, но на стриме видел. С Киева? А, нет. А с Ниджой встречался. А, после кента мне. Ты, блядь, постоянно донашиваешь. Ха-х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 а-
А что там, кто-то, кто там банит, не понял. Там что-то в чате было какая-то хуйня. Ну что, по ребят, ну не руините стрим, я серьезно. Ну что ты за уебище на руине, блядь, руинить стрим. Так, ну-ка это не. Короче, чат, я буду вот этот огромный хавать. Блядь, вот сука, он выглядит страшно. А Вадима хуёво. Вадим хуёво. Mm-hmm. Тебе хуёво, да? Ну я типа переживаю очень сильно. Прям вообще максимально. А Камик, можешь мышкой открыть ОБС? А за что? Типа, блядь, можешь мышкой ОБС знать? ОБС открыть. Я просто не вижу. А что еще? ОБС, видишь, снизу там открыть? ОБС? Да-да-да. Как это сделать, сука? Я не умею, блядь. Назад и прикрывай задний фон. Дальше, дальше, дальше. О. Короче, он большой. Ну чё, чат? Чат, это очень жестко, серьезно. Это супер жестко. Вообще, я не знаю. Это в два раза больше. Это борщ! В два раза больше, чем на том, что отлетел я. Ты что, чё, нахуй?
я прям... Это тем на том, который 5, а это 13, это по себе. Да. Я съел 5, у меня ну, сожгло лицо полностью, слезы, вот это сейчас все. Сейчас было 7, а сейчас будет в 2 раза больше, чем 7. Не-не, чё, все будет нормально. Сейчас чекать и стримовать не будет. Не будет. На следующей неделе, да мне надо этот, мне надо Мункас доделать. Мне надо на следующей неделе турнир начать делать по КСу. Второй, который пробный. Пизда, я не прошел финал, блядь. Я думал, что чем больше крипов, блядь, тем лучше, ну хуй там, блядь, чем больше. Я тебе так скажу, мне кажется, то, что ты сегодня сделал, мне кажется, тебе можно второй шанс дать даже сегодня. Блин. Я тебе честно скажу. Возможно, это дает вот это то, что типа я переживаю, но я переживаю очень сильно прям. Ну, я переживаю, когда беру его в рот, блядь. Сука, въебище, блядь. Спузатый принеси? Да. Только что? Да. Говорит, я на ПП, блядь. Так на ПП салат ем, блядь, алло. Алло, блядь, ты. Это, блядь, салат нахуй с уксусом каким-то. Салат с хлебом. Хлеб это ПП, блядь? Давай еще одну минуту. Давай. Ебать, это да, это жестко. Ну вот я тебе, вот честно тебе скажу, вот сейчас ев вот это все. Откиньте мой орешек салат. Смотри. Типа, все более менее. Кстати, а нафига да? Все более менее норм, но челлендж бы я не выполнил. Типа я здравая, знаешь, вот так. Не, ну я сегодня не буду выполнять челлендж, я бы попробовал. Я тебе скажу так, что если ты сейчас попробуешь выполнить челлендж, я думаю, скорее всего, будет очень плохо. Ну, не, ладно, это не будет. Ты же понимаешь, что ты не будешь отходить от орешка. Короче, Ром, вот смотри, что я после третьего почувствовал. Когда ты глотаешь, вот, может реально не пройти, ты будь готов просто запить. Типа, не терпи. 5 минут. Нет, 5 минут. Ну зачем? Зачем тебе сейчас выполнять? У тебя куча орешков, потом еще выполнишь челлендж, захочешь. Челлендж просто... это 5 минут после всех. Да, но ты все равно не по челленджу, ты просто пробуешь, ты как дегустируешь их, блядь. Ты по. У тебя передышка по сколько? По 20 минут. Говорю, когда будешь глотать, оно будет, мне кажется, супер жечь. Вот, так что, блядь, не бойся запивать, потому что, блядь, вот я типа думал, перетерплю, потом думаю, ай, ну нахуй вас, короче, и взял, запил. Чат, я говорил, что мы доктора взяли. Да, на кухне сиди там, борщ кушает. Это знаете что? Доктор Протер. Все, понимаю? Давай, Протер. Давай, чат. Чат, считайте все, нахуй. Давай, брат. Считайте все. Давай. Давайте, пацаны, удачи. Блять, сука, он тут еще темнее, блядь. Чел, ты пиздец. Он через перчатку прожигает, да? Не, он такой темный. Давай, 10, камик. Нормальный счет. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Поехали. Вадим уже поехал. Я вам пока молока налил. Как Вадя быстро хуярит его. Как же жадно он жует, блядь. Посмотрите. Как же жадно он жует, блядь. Ебать. Если не можешь глотнуть, говорю, запивай сразу. Просто запей, там пиздец будет. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой, ты посмотри, что с ним. Ром, запей. Если, блядь, если супер в горле жжет. Скажи что-нибудь. Он не может сказать ничего. Скажи что-нибудь. Скажи хоть слово. Вкусная решка. Терпи, Вадя, терпи! Жесть. Ебали, чел охуел, блядь, очень как чизо. Все, у Ромы слезы пошли. Как у меня. Подыши. Вадя понял, что мне. Он охуел. Да. Чат, это не шутки, оно пиздец ебашит.
У Вадима губы трясутся, когда он пьет бля, молоко. Бля, смотри, салат такой острый, пиздец, ну не передать словами. У Вадима губы трясутся, когда он молоко пьет. Молоко абсолютно не помогает. Вообще не помогает. Мороженое попробуй. Попробуй мороженое, Вадим. Попробуй мороженое, оно, этот, подержи мороженое во рту. Оно пожестче. Что-то салат острый. Челленджа не будет сегодня. Не. Это очень жестко. Это пиздец. Давай, давай, я налью, бля. Очень жестко, пацаны. Чат, перейдите по ссылочке Dragon Money, пожалуйста. 14 тысяч надо добить. А орешки васаби будет? На закусон. Так, ладно, ладно. Шутки в сторону. Мне кажется, там, ну, орешки уже не сладкие, понял? Не, там пиздец, там жесть. Вадим, попробуй мороженое. Оно! Я чувствую, оно сейчас опять вернется. Блять, ему похуй. Оно не помогает. Оно возвращается сразу. На. Тебе оно там... не помогает вообще. Тебе это нужно. Попробуй мороженое. Чат, это пиздец, это просто пиздец. Подай еще молоко. Давай, давай, давай. А почему мороженое горячее? Бля, Вадя плачет, пацаны, Вадя плачет. Они вдвоем плачут на самом деле. Это ужасно. Оно берет волнами. Сильнее и сильнее. Это цунами, блядь, что ли? Не, красавцы, красавцы, молодцы, бля. Молодцы, реально, держитесь. Сейчас, 10 минут она отпустит. Пизда. Ты прям горячий, да? Ебать, он прям горит, нахуй. Попробовать, что ли, пацаны? Салат острый тоже был, я ебал. Ой-о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 й
Осторожно, братик. Так, нормально, нормально, ребят, все нормально. Это ничего страшного, это дай реакция на молоко. Дай солнце, брат. Дождь за окном идет, ребят. Дождь за окном идет, просто все нормально. Все нормально, все супер, все нормально, все культурно. Не волнуйтесь, если что, у нас есть врач дома, все хорошо. Все у нас нормально, у нас есть врач, так что вы не думайте. Ничего, ничего такого не происходит. Все супер. Ой, сидите. Все классно. Все amazing. Как вам сегодняшний стрим? Расскажите мне, кентики. Будем ознакомливаться сейчас. Все супер. Все нормально. Кстати, кто 50 монет получил по регистрации, напишите в чате плюс 50, блядь. Плюс 50, напишите. Чат, чат, нормально все. Все нормально, все нормально. Ой, дядь, все нормально, все, чат, все нормально, твич, все нормально, все в порядке. Никакого вреда никто никому не приносит, все супер, все нормально, не переживай. Все супер, блядь, все нормально, все культурно. Так вот, мы не типы, если присутствуют. Сегодня потока, наверное, не будет, а может и будет, потому что есть какие-то questions, планы, да, блядь, для резюки там, все дела. Я заказал пацанам борщ, я надеюсь, они потрапезничают. Возьми, пожалуйста, сцену другую открой, покрути драгомань, брат. Пойдем поднимем бабки! Пари-бури, пари, бабки, бабки, бабки. Так. Какая у нас тут есть сцена? Оу! Так, всем привет! Сегодня у нас зашкварные истории. Я сейчас вам буду рассказывать про свой первый секс. Как бы, как и какой он был уебищный. Так, окей, я-то сцены вижу,
прекрасно. А, бля, пацаны, конечно, это сложновато, бля, и тут все сделать. А у него сцены-то есть, а захват экрана... А, я вижу, захват экрана. Вижу захват экрана. Так. Оп. Захват экрана. А, захват окна. Блядь, а где у него захват экрана? Так, устройство видео. Это оно. Да, так. Он мешает там. Не, нормально. Музыку? А что с музыкой? Оп. А, захват видео просто поверх. Дядь, там сцена... Захват экрана не работает. Захват окна. А, захват окна надо? Да. И что, Dragon Man не чисто? Да. Вот это, типа? Да, попробуй Dragon Man, кстати. А теперь нам нужно камеру повыше. А ну, стой. Так, чатик, все хорошо, все хорошо. Так, пацаны, давайте добьем 14 тысяч. Вам что нужно? Просто модер кидает ссылку в чате. Вы нажимаете, вы нажимаете просто на ссылочку и регайтесь через ВК. По-братски, блядь. Нормально, добейте грязюки, блядь. Типу, ну реально, очень надо. Кто за контент, блядь, вот спасибо, тыри-пыри. Просто нажмите и все, больше ничего не надо. 50 монет получаете и плюс сейчас... Я еще вам раздам бабок, которого вам, может, бабки не раздают, и я сейчас эти 50 тысяч раздам вам. Ебать, я грязюка. Так, куда мы пойдем? Ты точно покажи ОБС. Ты нормально все? Да, там все супер. Все супер, да, все МНА. Так, чатик, помогите в интеграции. Вот этот контент, дорогой контент, как видите, контент эмоциональный очень. Старались очень для вас. Очень эмоциональный. Старались для вас, постарайтесь, пожалуйста, для нас. Будем очень вам признательны так, и благодарны. Так, мы не словим. О, ебать, тут грязюка пошла. Будем ставить по 2000, потому что это не мои бабки, да? Зеленые, я все-таки ебну. Mm-hmm. И может быть серое. Давайте два раза на серое. Надеюсь, все нормально будет. Сколько у нас там рефау? Рефау, сколько? Так. Ой! Молодцы, блядь! Молодцы, блядь! Давай, блядь! Насыпай грязюки! Молодцы, блядь! Давай! Сюда, блядь! Ебать со скоростью! Молодцы, блядь! Молодцы! Сюда! Еще и бабки подняли, блядь! Сюда! Молодцы, бля, ебать по кайфу, бля, спасибо, типы, спасибо каждому, кто, никому не жалко потерять свою минуту, да, бля, минуту времени, дабы сделать Роме приятно, тут всего лишь навсего надо просто нажать на ссылочку, больше не надо. Ебать, ебать, ты посмотри, что творится. Давай, давай, насыпай, бля. Ты посмотри, что творится. Побыстрее, да, бля. Ребят, ну, правда, нам это очень помогает, контент был сегодня такой, ну, я вам серьезно, просто не пробуйте пятую штучку, потому что... По 3000. Да, да. Бля, я хочу зеленые. Мы вам, вы нам, спасибо огромное. Типа, взаимопонимание, взаимоколлаборация, да. Спасибо. Ебать, ебать, вы хуярите, пиздец, молодцы. Модераторы, проспамьте инсту всех. Спасибо, спасибо. Кто был здесь, вот. Да они и так нас знают, блядь. Они и так знают, ну окей. Проебали бабки. Ладно, Роме ничего. Да у вас там, блядь, по 500к, нахуй. Мне 20-ку добить, блядь, я буду очень счастлив. Ну это хорошо, брат. Так, 5 на зеленые. 5 на зеленые и 10 на красные. Блядь, ты знаешь что? Нахуй я так 100 ставлю? Мне знаешь, сколько осталось у фолловера? Мне осталось, блядь, 800 фолловеров до 100к на твиче. 800? 800 фолловеров, да, до 100к на твиче. Бля, ну мимо, ладно, мимо, блядь, мимо океана. Не, короче, фишка... Еще 400, давайте! Так, подожди. Фишка заключается в том, что, типа, ну, это все реакция, это на молоко. Ну, типа, это 100% на молоко, но... Это не, ну, это хуйня, это неадекватная. Типа, жесть, ты очки там оставил, да? Я принесу. Вот. А, есть тут. Ой, давай, насыпайте, блядь, грязюки! Знаете, молодцы. В какой момент стало страшно, когда я понял, что ничего не помогает? А, ну, да? Ебать. Короче, типа ни мороженое, ни молоко, ничего. Вообще ничего, да? Ничего, ты пьешь, во-первых, все горячее, абсолютно все. Молоко горячее, все горячее. Бля, а что бы со мной было? Здорово, чат. Ой, боюсь представить. Короче, что бы со мной было? Самое страшное, это когда, ты понимаешь, что... Ты сейчас пьешь молоко, оно заканчивается, и что больше нет молока, и ты не знаешь, что ты будешь делать в этот момент. Ты доедаешь мороженое, и ты не знаешь, что ты будешь делать в этот момент.
а потом у тебя просто, ты понимаешь, что ты не чувствуешь, как ты что-то пьешь, ты не чувствуешь, как ты пьешь это молоко, оно в тебя будто в бак заливается, а потом ты понимаешь, что это все. Ну, блядь, вы типа выпьете дохуя воды, вы пойдете проблюетесь. Ладно, я вам скажу еще что, может, Рома просто не скажет. У нас только что просто кое-что выходило назад, и оно как будто обновляло. И это не сперма, ребят. Тварь, ты так смеешься, бля, я хочу, чтобы ты этот орешек схавал. Да, кстати. GTA 5 RP. GTA 5 RP. GTA 5 RP. Вообще, это, если честно, я бы... Ух ты, а вы мне, ебать, вы мне рефералы. Ребята, сможете до 14 добить? Насыпаем! Грязюки, блядь! Пока при памяти, блядь! Спасибо, ребят. Не, на самом деле, никто не повторяйте. Это, ну, типа, это можно было. Ничего бы не было, мы блевали от того, что мы очень много молока выпили. Жидкости много. Но вы не пробуйте. Мы ходили к врачу перед этим. У нас в соседней комнате врач, и также мы выпили этот... Ну... Я вам хочу сказать, с молоком точно была проблема. Не знаю, сколько я сейчас выпил молока вообще. У нас 4 литра было. Но его уже нет. Да. Слишком много жидкости выпили, из-за этого может быть типа такой эффект, нормально. В чате писали, бля, я сейчас затронулся до носа, я понимаю, что у меня нос сейчас жжет. Заложила? Да. Да, заложила. Сейчас отложит, блядь, нормально. Не, именно вот он. Еще 350 кентоу. Если честно, зло, я тебе так скажу, когда ты рофлил, мне хотелось тебе просто... Уебать, да? Не, все. Я ему сказал об этом. Просто сказать, что ты... Не уебать, нет, ты чё? Ну типа... Что-то пиздануть такое, знаешь, типа тебе, но я просто не мог. Блять, ты видел? Ром, ты пересмотри, короче, ты когда съел, он тоже ест, и ты у тебя защитная реакция, скажи что-то. Скажи что-то. Поговори со мной, типа, блядь, ты хочешь не быть одним. Одним. Это Вадим, это защитная реакция у него. Он, короче, начал говорить, и он понял, что выходит и пар. И он хотел, чтобы мне тоже, я почувствовал этот момент. Да, да. Он хотел, чтобы ты с ним, вот вы вдвоем, типа, ты типа поддержку от друга хотел. Вот что он хотел. Не, я не хотел. И ты, блядь, ну, как это со стороны. Вот, ну, типа, я ближе к камеру склоняюсь. Я не хотел тебя забавить, что тебе хуже было. Я просто хотел, чтобы, блядь, со мной кто-то поговорил, кто меня понимает. Кто меня понимает конкретно в этой ситуации. Чел, я тебя понимал, пиздец. А он просто ничего не мог сказать. Не, ребят, это просто ядреная хуйня, кто там говорит, блядь, за 100 первые четыре забейте. Я вам хочу сказать, что вот драконов между четвертой и пятой колоссальный промежуток. Четвертая, пятая, это, блядь, ну не знаю, ну первая, пятая, такая же разница. Не, подожди, четвертая хуйня же была, не? Или нет? Четвертая хуйня? Ну, третья жесткая была, нет. Вот для меня. Я так понимаю. Не, четвертая не была слабее третьей, просто... На фоне ожидания были от четвертой намного больше, поэтому... Ага. А пятое тебе ожидания? Ожидания и реальность, наверное, типа в раз 10 выше, чем ожидалось, честно, да? Честно, я скажу, что я меньшего ожидал даже от нее. Я ожидал, что типа, ну да, ок, норм, я запью и все. А когда я пью молоко, и в этот же момент я все горит. Ну, короче, прям порвало жестко, да? Я вот... То есть... Ты берешь молоко, оно не остужает, оно, блядь, еще поднимает, то есть ты, блядь, вообще... Да, горячее, понимаешь? Еба. Оно горячее. Да, оно горячее, мороженое. Мне говорит, он мне сделал воду, я говорю, горячее, ключи холодное. Он говорит, это самое холодное. Да, да, она да. Она прям в руках греется. Короче... Ебануться. Я что-то хотел сказать, забыл. Ой, пиздец. Оно, короче, сам рофл в том, что ты думаешь, все, это самое хуевое, когда тебе первый раз взяло, но идет следующая волна. Идет, короче, следующая волна, которая сильнее намного. Я вам скажу, знаете, какая волна самая жесткая? Не знаю, Ром согласится со мной, нет? Вот, короче, четвертая волна, ты начинаешь чувствовать безысходность, ты понимаешь, что ты ничего не можешь сделать. Да. И типа, у тебя не было проблем с дыханием? Нет, с дыханием не было проблем, но... У меня типа так немного, знаешь, было, я такой типа, И я понимаю, что я не хочу вдыхать этот воздух, типа, потому что он очень горячий. Да, понял. У меня лицо занемело тогда. Но у него слезы пошли, Вадим, у Вадима так были слезистые глаза, но Рома прям, блядь, потекли. Так, сука, чатик, поддержите Рому в интеграции, перейдите по ссылочке, получите 50 монет, начните играть, там быстренько через ВК зашли, зарегистрировались и все. Слышишь, как я понял Рому, когда он сказал, говорит, так страшно было, когда я пил молоко, я понимал, что оно сейчас закончится. Это вообще пиздец.
Ты знаешь, хотелось тебе сказать, короче, когда я пил молоко, мне хотелось сказать, типа, наливай мне, потому что я пил, блядь. Так трубочкой наливай. Я понял, да-да-да-да. Нихуя себе. Воду пить нельзя, мы воду не пили, ребята. Не-не, воду никто не пил. Мы или мороженое, блядь, потом... Мороженое, Рома сказал, оно горячее. Говорит, почему оно горячее, блядь? Мороженое вообще не помогало. Молоко, так ты понимаешь, молоко что... проходило. Нет, ты посмотри на это мороженое. Мороженое должно быть холодным. Да. Ну, оно должно быть прям с морозилки таким, чтобы оно весь рот был ледяной. Бля, ну это жестко. Молодцы! Вы прошли сквозь это. Давай я один ёбну. Я так и думал, что если с кем-то дойду, то с ним. Ну типа, я знал, что у деду сложно будет, потому что я смотрел, когда с чесноком было. Давай. Я говорю, что тебе было очень сложно. Ну, чеснок, я тебе так скажу, был, когда я начал жевать вот первый раз, был жестче, чем третий. Чем третья вот эта хуйня была жестче. Я ел чеснок. Я прям, смотри, я его перехуярил и просто глотнуть не, я его просто выплюнул в руку. И я чувствую, что пиздец, вот серьезно. Мне просто вот чеснок сам по вкусу еще не нравится, это тоже такое. Типа. Ну да, мне тоже чеснок что-то не нравится. Он типа не острый, он какой-то жгучий такой, просто неприятный. Но я понимаю, что это еще жестче, намного вот эта вот штука. Ой, я хоть попробуй. Рома, теперь можешь мне сказать? Я правильно понимаю, челлендж не будет? Нет, нет. В пизду, блядь. В пизду. Никакого челленджа, потому что я думал, что будет челлендж вот этот, что прямо сейчас ебану, когда первые четыре попробовал. Это нахуй, это просто уёбище какое-то. Это просто, это реально уёбище нахуй. Ну просто нет, ну даже знаешь, типа, это просто уже неадекватно. Это, блядь, да. Когда ты начинаешь, типа... А кто такое, хорошо, вот как вы думаете, кто такое может вынести вообще? Не, люди, я смотрел видос, типа, Габар вынес. Типа. Я просто говорю, что, типа, ты в какой-то момент начинаешь ловить эту безысходность, и ты понимаешь, что, ну, как бы, блядь, типа, ты уже начинаешь просто бояться. Злой лучше захавал салаты, блядь. Так, 13700, давайте, ребят. Подожди, спасибо огромное, что... 13700. Своим этим организмом он даже много съел. И он бы третий даже съел, просто, ну, типа, мы не настояли. Мне кажется, злой бы съел. Он такой дурачок. Садай, еще 300! Ими в рот этим этому дракону! Дайте ему в рот! А я слышал, у меня было 50 тысяч монет вроде. А, ты я чату раздал. А, ладно. Пиздит, да, чат? Пиздит, мне кажется. Драконий рот, блядь! Жаждет вашего пениса! Нажмите на ссылку, получите 50 монет, пожалуйста, блядь! Модер, кинь ссылку по-братски. По-братски, кинь ссылку, блядь, Модер. Блядь, нажмите, кому не лень, блядь. 2 минуты вашего времени не займут. Блядь, дед, если честно... Вы даже больше на дрочку тратите, чем нажать на эту ссылку, блядь, через ВК. Я так ненавижу за кофту это. Бля, я знаю. По-братски, блядь. Давай, не, я ее постираю, блядь. Я тебе, ну, нормально. Я постираю. Молодцы. У меня приходит женщина, и которая, блядь... Нет, я постираю. Да, я знаю. Ну, знаешь, это ничего, ну, отстирается изи. Это перец. Это перец. Чата, что жестче? Чипса или орешек вот этот последний? Мой пенис! Бля, чел, если чипса жестче, я прям префайром откажусь. Не-не-не, в пизду. Если чипса жестче, чем этот орешек, блядь. Чипса, говорят. Ну, блядь, надо... Я не знаю, я не, хорошо, что до октября есть время, блядь, ой, до декабря есть время, в пизду. Бля, Рома, че ты, сука, ну, как к этому подготовиться, понимаешь, вот как? Типа, после этого орешка... Не, дядь, я тебе скажу, почему мы... Проблевались, потому что... Молоко, да. Да, очень много выпили до этого молока. Ага. Типа. Именно поэтому у нас конечно, не лезло. Конечно, нахуй организму, блядь, это молоко нахуй не сдалось в такой порции. Я понимаю, почему это все вышло. Мне неприятно уже его было пить, но я не мог. Ты хотел, чтобы остудить, но ты понимал, что обратная реакция будет. Как вы сейчас себя чувствуете? А еще я понимал, что... Не, сейчас заебись, сейчас все охуенно. Да. Уже лучше. У тебя уже 10 тысяч, что ли? Бля, спасибо, ребята. А, 10 тысяч. Можешь чуть-чуть растянуть удовольствие? О, возьми еще. Вот туда надо направить камеру. Растяни чуть-чуть удовольствие. Да не в рот дракону! Потом. Нажимай на ссылку! Потом, это в ТГ. Ром. Что в ТГ? Вот этот тот уголок в ТГ скинешь. Уголок в ТГ? Да нет. Нет, так байт, а чё не? Если Вадим позволит. Не, мне без разницы. Ладно. Ну ладно, давай, чат, я сейчас в ТГ завалю. В ТГ, короче, да. Блядь, нет, я это не буду заливать. Почему? Бля, это мерзко, мне блядь. Это мерзко, да. А, это мерзко. Блядь, ну его нахуй, тип, я просто... Чат, на 5, на минуту буквально, на 5 секунд залью. Бля, это пиздец. Бля, ты видишь перец просто там? Чат, на 5 секунд буквально залью и все. На 10. Уёбище, блядь, ты можешь выпасть, блядь.
Уёбище, блядь. Бля, где чат? Я вообще не вижу чата. Да, чат он... Сейчас телефон. Ещё 250 кентов, и мы выебем его! Пит хвоста! Всё, чат, я залил 10 секунд. 10. 9. Блядь, там просмотры так полетели, это пизда. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 0. А их пизд... Ром, 4 тысячи осталось. Там комменты просто со скоростью света. Ром, 4 тысячи осталось почему-то. Не скринили? Да скринили 100%, они уже, блядь, перезаливают под другие посты. Бля, мне нельзя играть, я проебаю деньги, блядь. Я азартный, блядь. Так что, ребят, кто там за 100к хотел, блядь, да-да-да-да-да. Давай сюда зеленые. Злой бы, мне кажется, здесь и насрал, и, блядь, и пиздец, и все нахуй. Именно сейчас желтый, иди нахуй, блядь. Кстати, без рофлов говорю. Ром, 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 вот здесь у тебя было 8000, 8000, а там 50. Я рефералы! Посмотрите, сука! Кентов нашей армии, блядь! В дракон сейчас в рот дадим ему! Сука, кентов зашло, блядь! Похуй на монеты! Кенты, блядь! Ух, ебать, мне голова закружилась чуть. Они злой, это пиздец был бы. Вот мне чисто... Блядь, жаль, что у тебя гастрит. Жаль, что у меня язва. Это, знаешь, такой чисто интерес такой, блядь. Да я знаю. Ой, язва. Блядь, гастрит. Чисто интерес, что бы с ним могло быть. Ребят, добьете еще 250? 250 это изи для них, даже не думай, блядь. Они сейчас, блядь, просто молниеносно все это сделают. Ну, вот честно, где-то мне было бы жалко, я уверен. Да, ну... Я бы плакал. Okay. Я после третьей уже этот, а не, после... Чел, это знаешь, вот это, если ты не попробуешь, ты никогда не поймешь. По нам это непонятно было. Не, думаю, я... Да. Не, я прочувствовал даже на третьей, я серьезно, а я почувствовал, что мне хватит. Ну, четвертая я видел по вашей реакции, она типа, блядь, вообще типа лайтовая. Нет, была. Нет, она не оправдала. Нет, Ром, на полную четвертую, она просто не оправдала ожидания. Да. Типа, типа, подожди, там третья пятерка, пять и шла, а четвертая семь, да? Типа, чуть-чуть сильнее. Вы куда-то идете чуть-чуть сейчас? Сильнее. А та, блядь, а та, считай, 7-на 6 больше, на 13. Ебать, это пиздец. Это там почти 2 раза. Это пиздец. Фу. Мы сегодня увидимся? Ты стримишь? Ну, вообще, блядь, должен. Do you streamish now? Мне надо сегодня, мне надо быстренько, короче, закончить этот. Among Us? Квалы, Among Us. Потому что у меня на следующей подожди. Деле... Я не буду сегодня. А чё, я могу. Его есть слот? Не смогу. Есть слот? Давай, а ты куда? Давай, я готов. Не могу на стриме сказать. Хорошо. Выключи микро на секунду. У меня есть две идеи, я хочу их сказать и уехать домой. Бля, секунду. Прям сейчас? Да. Так а мы же заканчивать уже сейчас. Да, мы сейчас будем заканчивать. Давай, похуй, я посижу еще. Ча, добейте еще 240, перейдите по ссылке, вам дадут 50 бесплатных монет, модер спамит ссылочку. Рома, ты нормально вообще себя чувствуешь? Ну, типа... Да, я сейчас... Спасибо, ребята, а за ты... рефералов и за, блядь, то, что смотрите. Подавлено как-то, как-то... Спасибо, вы лучшие. Прикладите. Поспать, что хочешь? Ты сейчас приклал. Поспать, отдохнуть, да? Монитору кто-то приклал? Да, да, я понял. Приклал, бля, я опьянел вообще, как будто въебал бокал нахуй. Это есть, я говорю, он такой же, вот когда мы чуть-чуть выпиваем, да, вот он начинает на украинском языке. Я охуел. Зато теперь мне хоть, может, люди будут верить, что я когда ем обычные острые продукты, мне не острые. Ребята, 4 пеца там действительно нормальные были, поверьте. Там без спору. Не, я бы, типа, ну, я бы сказал бы, если 4 перца были хуйня, я бы так бы сказал. Но он действительно выносливый. Понимаешь, 4 перца, 30 минут. Пэквилл, сколько сидим? Я все это время сидел, я потом посмотрел, 30 минут я сидел, оно не проходило. Ебануться. Именно во рту или... Во рту. Ага. Жестко. А знаешь, как я срал? Ну, блядь, я вот с этим, с как оно, чесноком, то мне пришлось, прикинь, я слева направо, у меня пообжигались внутренние щеки, да, ну вот внутри. Через два дня, Вадим, я проснулся и чувствую, блядь, что-то типа отлипает кожа. А-а-а. Знаешь, что я делаю? Я беру палец вот так вот, провожу вот так вот и достаю, короче, мертвую белую кожу. Вот так вот, серьезно, прям, блядь, прям, сука, блядь. Слой здоровый. И с правой стороны тоже. Вот это после чеснока. Пэквилл, брат, сколько мы уже сидим на Дэн? Ром, ты не можешь дать... Это прям чели, ну, типа на... Ну, ладно, сейчас такой, да. Дойди, пожалуйста. Давайте на 8 места, блядь, кенты, нахуй!
Это мой пенис, кстати. Злого пенис. Ребят. Девчонки, если понравился, блядь, задену точку G вашу и нехуй делать, блядь. Чисто на крюк, блядь, пират, блядь, Джек Воробей. Да-да, это я. Бля, да, жестко, жестко. Крючок, блядь. 15 кентов, нахуй. 15 кентов, еще раз. 16, смотрите, какой его, блядь. 16 кентов. Не по... Ребят, давайте так, на этот, Twitch, и ребята, которые на стриме еще остались, не повторяйте это дома одни, чтобы, не дай бог, вам, лучше типа, нужна помощь. Я был с ними, мог помочь, вот, блядь, хотите эту хуйню, просто, ну, не надо вот это вот выпендрёжность, вот, ребята тоже попробовали, короче, видите, вот какая реакция, и тут были... люди, которые могли им помочь. Побольше молока берите, мороженое не доставайте с холодильника, ну, потому что оно растаяло. Оно просто должно быть холодное, оно для них горячее было. Не делайте один это дома, чтобы были присмотры. Когда мы с Ромой сидели в Мока, я понял, что мы прям одинаково чувствуем остроту, когда мы съели какой-то уебищный перец. А, вот это... Перец в Мока. К борщу, блядь. Да. Там вот этот маленький, вот такие вот надо взять. Блядь, надо было в Моку поехать и попросить их. Ну, конечно. Тебе 100% бы дали. Ну, типа, я уверен. Просто попросите хоть этих перцев. 10 кентов. Дал бы пару. Бля, спасибо, ребят, что добились. Это всякие такие перцы, хороший, все такой детский сад, посмотрите, что ты за лупой. Это пиздец. Блядь. Не, ну вы молодцы. Вы типа... Да. Это плюс треп, ребят. Это плюс трепа, да. Ну вот этими серьезными. Это было... Это не какой-то там... Это было нелегко. Я их съел один, блядь, нихуёво. Второй это пиздец вообще, а вот этот... Нет, третий вообще злой, я тебе говорю. Там бы порвал тебя жесть. Я ебал, блядь, типа, с этими, блядь, орешками лучше его в ванну себе засуну, блядь. Ну, нахуй. Это очень жестко, блядь. Фух, жесть. Фу, ебично, это молоко, у меня щитер молока не хватит. Так, все, спасибо, ребят, за стрим, блядь, спасибо, что пришли. Пожалуйста. Спасибо, то, что... Блядь, спасибо, что... Спасибо, что позвал. Да, классно, блядь. Очко у меня до сих пор печет. Он изначально говорил, что это, как оно называется, покушать, да? Накушался один. Накушал-то вот там вот, блядь, за кроватью. Так, ладно, нормально. Что ты заканчиваешь? Ребят, это плюс треп, это реально, это жестко, поверьте. После третьего я уже плакал, да, а не посильнее. Славу ты еще не запустил еще? Пока ёбнутый, блядь, стримит. Да, Пока 24 часа, да? Да. Больше, он уже 26 стримит. Рейд. Я не дам. Так все вызову. Слава соберет. Слава запустил еще, да. Парирури, парирам. Все, ребят. Писал, что ты у Славы будешь. Давай, я сейчас еду. Все, ребят, переходите. Восклицательный знак ТГ, кому не сложно. Я поеду домой. Так я на тачке. Так ты уже выезжаешь? Прямо сейчас? Ну, я еще уберу, вот и поедем. Ну, так убирайте. А, ты поедешь? Я сразу поеду, да, а то я обещал быть раньше. Все, спасибо всем. Спасибо, что набили столько рефов на Драгонмании. Спасибо, что пришли, всем спасибо. Давайте, до завтра. Что, выключать? Давайте, да. Типа, и увидимся. Секунду, я еще рейдники на все кинул рейд. Увидимся, кенты. Не, можешь после даже кинуть.